Юху, а? да, у, -у, -у! у нас 196 человек, привет, привет. всем привет, всем привет Про Протестим сейчас быстренько звук, чтобы нас было слышно, видно Ну, вроде бы, вроде бы нормально видно Да Да, мы тут настра настраивал, я настраивал, вроде все получилось Ну да, да, все вроде бы отлично Привет, пацаны Да, привет Здорово так, кстати, мы и не успели поздороваться. Блин, а я кружочек для, для телеграма не снял. Блин. Ой, а, фак, фак, фак. Ну ничего, сейчас снимем. Друзья, привет! Мы уже потихонечку начали. Да. Гости в сборе. Э, так что присоединяйтесь, очень-очень ждем. А мы потихонечку начинаем. Так, отлично. Круто. Так, ребят, смотрите, нас тут э, производители... Нашего российского контента предупредили Чтобы мы не спойлерили вот, да? Чтобы не раскрывали какие-то вещи Которые могут повлиять на Зрительское восприятие Вот Поэтому скорее всего у нас будут Донаты и мы сначала Их про себя читаем, а потом вслух Ну чтобы не Хорошо. слить какую-нибудь Инфу, не разначай. Вот, и еще По поводу самой Франшизы Грома да, тоже не будем говорить о том, там, что будет, что есть и так далее, да. Вот у нас есть трудное детство, да, в котором вы так. очень круто засветились, скажем Спасибо. так. Да, вот про него Спасибо. это и поговорим. Mm -hmm. А и еще у нас подкаст, поэтому это дружеская беседа, mm -hmm. ни в коем случае не интервью, потому что интервью это душно, скучно и, ну, вопрос-ответ. Да, хочется какой-то Душевной беседы. Uh, Но ну, я стараюсь, по крайней мере, у себя на канале всегда выстраивать такую атмосферу, чтобы мы, грубо говоря, просто болтали. Кайф, кайф. Да. Вот почему, почему, почему майор Гром, почему вот это все? Потому что, ну, во-первых, мне очень нравится вся вот эта вот история с громом. И то, что наши это делают. И это очень круто. Вот и я посмотрел, был на показе закрытом, на первом закрытом показе. Я так понимаю, их было два, один здесь, да. один в Питере, да. Да. Mm -hmm. Вот. Я был на первом показе и, ну, мне понравилось. Было ощущение, yeah. что немного не закончено. Я не знаю, как у вас. Не знаю. Мне хотелось еще час посидеть, посмотреть. Ну no, как бы. Но это, нельзя. но это все-таки мы не должны забывать то, что это все-таки история одного дня. Да, да. История да. одного дня. И как-то больше э, вкладывать, ну, больше материала, это было бы, ну... Короче, историю одного дня нельзя описывать, ну, в двух-трех часов. Это уже пошла бы какая-то ну, Лига да. справедливости за Да, или день сурка, да, какое-то повторение, повторение, там, какие-то флэшбэки. О, блин, что у меня было с утра-то, надо вспомнить. Ой, показываем, что было с утра, да. Понятно. Кстати, у нас подкаст выходит не только в Ютубе, но еще и на подкастовых платформах. И я все время об этом забываю. Да, и сегодня у меня в гостях актеры, исполнители главных ролей а гром, майор, гром, трудное детство. Кайгец да. и Володя Иганов. Вот. Ураев. Да. <laughs> У нас 235 человек. Это Отлично. очень круто. А, да. А, -а ну чего, давайте немножечко надо расслабиться. То я тоже как-то чуть-чуть нервничаю. Вот. Давайте познакомимся. Познакомимся, ну так сказать, с киношной, с, киношной, с киношной точки зрения. Какой вы контент, в принципе, сами смотрите? Что вам лично интересно? Uh, блин, что мне лично интересно? Ну, во-первых, я люблю готовить. О, хороший вот. контент. Ну, вообще, да, я смотрю... Ой, сори, Вообще, я смотрю, ну, как правильно и вкусно готовить какие-нибудь стейки, биштексы. Да, и вообще сам пытаюсь как-то сделать. Один раз я попытался пожарить круассаны. Пожарить, mm -hmm. <laughs> Интересно. но у меня это не получилось, да. <laughs> то есть ты их вывалил на сковородку и <смех> <стал> <смех> <убивать>. <смех> просто там была такая история, то что у нас ä, духовка сломалась ага. и должны были ее забрать, <смех> <Норм>. <смех> а я очень хотел круассады. и я такой думаю, блин, что бы сделать, что бы сделать. Так, ну попробую пожарить, наверное, выложил на сковородку, такое жарится уже такая корочка классная, я такой ем, а там Прям ужас вообще был. Я позвонил маме, сказал, мам, я тут круассаны пожарю. Она как начала смеяться. Класс, класс. А ты что жаришь? Я, слава богу, ничего не жарю. Но я вообще, в принципе, только Ютубом пользуюсь. И смотрю там, ну, музыку слушаю. И вот смотрю сейчас для поступления в колледж там различные фильмы, ну вот чтобы их знать, чтобы поступить, вот а их Фильмы про колледж или про что? Нет, это там, ну, советские вот фильмы, допустим, недописанная. Э, сейчас, сейчас, как же там было? Недописанная пьеса для механического. Для механического пианино. Да, 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 да. Вот да, это да. вот сейчас смотрю, как раз сидел. Фига, вот. ты продвинутый, смотри. Нет, ну там кто-то смотрит, там, я не знаю, Даню Милохина или кто там. Модный, да. Недописанная пьеса для механического. Пианино? Прикольно. Не, ну это круто. Ничего себе. Классно. Но главное, что тебе нравится. Ну а смотришь-то ты что? Смотрю Или... все. А, вообще все. Ну, смотри, я смотрю вообще как и советское старинное кино, так и современное. Вообще, вообще, я любитель Дэдпула. Deadpool, Deadpool. Это топ, реально. Потому mm -hmm. что я тут на днях пересматривал все две части. Я понял, блин, как мне нравится этот герой. Он настолько, он ко всему подходит с юмором. И это, я считаю, круто. Это реально очень круто. А -а -а И так, смотрю, что из советского... М -м -м так, из советского... Ну, Азори здесь тихие. Тут классный фильм. Но все-таки это советское больше военное кино. Да, да. Mm -hmm. А потом пираты 20 века, я недавно с бабушкой посмотрел. Мне бабушка прикольно. посоветовала, да, говорит обалденный фильм. Посмотри обязательно. А, ну да, как-то вот так вот. Конечно же, я смотрел Тора. Да, вообще, да, все классно. Ну, прикольно, спасибо. Ну а время-то вообще время есть на то, чтобы что-то смотреть? У нас каникулы. Я не знаю, что там у Вовы. У нас каникулы. Мы сейчас пятницу у нас не учебный день, у нас масленица. М -м -м. Школа специально готовит блины. О -о -о, для нас, ничего да. ничего себе. И Класс. будем отрываться. Да. Да. Теперь, да. Нет, а в целом время на то, чтобы ну вот что-то поглощать какой-то контент, да, чтобы быть в курсе в трендах вот, которые сейчас э, идут. Ну там сериалы наши русские, которые в последнее время Ну прям так хорошую планочку, да, в, в одном из них ты, кстати, даже снимался, но ну, потом про него поговорим, про монастырь, да. Ну, я не думаю, что... А, там же ведь рейтинг, по-моему, 18+, что ли, что-то такое, да, или... А, по-моему, 16+, да. или 18+, да. да но но а, там будет другой вопрос, не про то, смотрел ли ты или нет, а про твое участие там скорее. Вот, не суть. Просто вот я, да, с своей профессией, когда я с утра до вечера занят, у меня не остается времени на то, чтобы что-то смотреть. — в принципе, то же самое. Да. <laughs> да, потому что у меня очень плотный график. Реально очень плотный. Получается, у меня допка на допке. Еще сейчас подготовка. А что допка? Допки это дополнительные mm -hmm. занятия. Mm -hmm. а, Во-первых, я профессионально плаваю. Вот, и это занимает у меня тоже много времени. Mm -hmm. И я еще профессионально танцую в стиле хип хопа и брейкданса. Круто, ничего. Да. А, погоди, ты же танцевал на да, премьере!» да, а, да, 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 да да да, да, всё, да, 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 точно, блин. Да, вот. А, и плюс плюс репетиторы есть некоторые, ну потому что иногда, ну блин, бывает тяжеловато, когда я снимаюсь, я пропускаю какую-то часть уроков, и это иногда бывает трудно нагонять, и поэтому mm -hmm. при, приходится брать репетиторов, чтобы это все нагнать, и конечно подготовиться к ОГЭ. Но у нас уже был пробный русский. Я написал на 17 баллов. О, это круто, да? Это, это из 20. Эй, 20. Младец, на 17 из 20. Из да. 20? Воу-воу, ничего себе. Да. Офигеть, круто. Я почему такие вопросы спрашиваю? Потому что, ну, лично мне, я уверен, что зрителям тоже, интересно, как живут... Медийные люди, потому что вас уже можно отнести к медийным, да, но вас знают, вы засветились в таком классном проекте, на мой взгляд. И, который... Да, блин, просто мы школьники. Да перестань! Нет! Ну, школьники необычные школьники, если проводить параллели там с моей школьной жизнью, да, она совершенно другая была. вот, а, Просто очень многие люди, молодые люди вашего возраста, они пытаются но ну, я просто проецирую это на себя да как бы я если бы я был 15-летним и вот смотрел сейчас подкаст с вами да я бы очень хотел узнать чем живут люди а, которые вот так заняты как вы и что они делают для того чтобы быть такими как вы ну, сниматься, да, ходить в какие-то секции, при этом еще успевать учиться, я не знаю, влюбляться, как-то веселиться, отдыхать, отрываться, какой-то хобби, может быть, да, вот готовить. Как это все уложить? Как это, э, ну, то есть, блин, а может быть и не надо быть таким? Вот фиг его знает. Нет, ну вот, допустим, если мы все-таки разговариваем про свободное время да. и вот, про все остальное, то, не знаю, вот. Кай говорит то, что у него супер плотный график, у меня в последнее время уже не такой, то есть у меня проектов пока что нет, я в поиске mm -hmm. их, вот. И... Все, снялся и можно отдыхать в принципе. Я действительно я ищу проекты, но пока не получается, вот. Но насчет вот свободного времени, то есть я в театре, допустим, там занимаюсь тоже танцы Ты в театре? Да. А какими танцами? Испанскими, ты что. Нифига ну себе, говорил, вы вроде... А вы Я дружите, а вы, дружите? вы дружите? Ну да. Да? Да. 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 Ну. Вы видите, как круто. Узнаете что-то новое даже. Другая жизнь. Ну круто. Какими, испанскими? Да, фламенко. Ого! Ничего себе. Я трёх с половиной летами занимаюсь. Я не знаю, что это, но звучит круто. Круто звучит, да. Ну испанский, конечно, танцы, это фламенко вид просто. Прикольно. Не надо вдаваться в это. Я тебе как-нибудь покажу, как это. Но вдаваться в это не надо. И, ну типа, вот, допустим, едешь в театр, там, часок есть, там, пока едешь, залипаешь в телефоне, смотришь, там, вообще, познаешь много чего, вот. Ну, в плане, там, развлекаешься себя, ну, да, там, да, да, вот. да. И, ну, то есть, время есть, в принципе, вечерку вот так сел, там, включил какой-нибудь сериальчик любимый, смотришь перед сном, там, на час, может быть. А какой это сериальчик любимый? Ну, я в последнее время решил, <laughs> не знаю почему, «Отель Элеон» пересмотреть. Не Русский знаю, наш? Ну, да, да, да. А его в Сочи, по-моему, снимали, да? Нет. Не в Сочи? Не в Сочи, в Москве. А, в Москве? В Сочи снимали... Я помню, там вот на 960 наверху, там типа здесь снимали кухню, отель какой-то. Я не помню, нет. Или отель не Лёха, кухня. В Москве а, снимали, или а не кухня Сочи, да. «Последняя или... битва» снимали в Сочи. А, ну вот, наверное. Ну ладно, вот. не суть. Он все равно закрыт, и там окна заколочены. Хорошо. Я не знаю, но, видимо, да, там какое-то место проклятое после да. этого, после съемок. Ну, не суть. Вот. Прикольно. То есть тебе нравятся русские сериалы, русские, да. русский контент? Да, ну, в принципе, из, из иностранного. Я смотрел последний раз фильмы только, вот три части, Крестный отец. Крестный отец один, крестный отец два. Я там озвучивал. Ничего, так. А я до сих пор не посмотрел. Смотрел, есть в дубляже, кстати, Посмотри не так давно. Я не ну, наверное, я не знаю, лет пять, наверное, мы сделали дубляж на всю трилогию. Вот, главного героя озвучивал очень хороший артист Александр Борисович Новиков. Вот, и позвал меня. Блин, я все время забываю. В чате, наверное, ребята нам подскажут, как, как там меня звали. А, Какая-то роль, блин. Не помню, забываю имя. А у нас есть донатики. Чедвик Уолтерс, спасибо большое. Просто отправил 101.34. Oh, спасибо. А? Mm, да, yes. да, да. Ну, тут Когда вот мы сделали полосочки. любишь канал, то, что отослал все свои деньги, блин, <связывая> <уважение>. <связывая> <связывая> Артур Хамедулин, стоп. Всем привет, спасибо вам за фильм «Майор Гром. Трудное детство». Желаю вам дальнейших успехов в актерской карьере. И у меня такой вопрос к Каю. Сейчас, сейчас, да, сейчас. сначала. Выполняли ли вы какие-нибудь трюки сами заранее? Благодарю за ответ. Можно не говорить какие конкретно, но трюки там были и они крутые. Вот что-то я тоже. Ну там вот когда вы вот в этой вот всей истории там какие спрыгивали там вот это вот все какие-то штуки в ну вот в этой вот. Так спойлерить нельзя. Нельзя, да, ну как бы. Ну, ну давай так, там уже был в трейлере кадр этот, ну. В принципе, можно про него сказать. Ну, давай, я сейчас не до конца понимаю о каком-то моменте. О каком моменте идет речь, так что давай ты начни. Но. Нет, но слушай, в у нас не было трюков, в принципе. Ну, вообще, в принципе, не было, да, трюков, но. Uh, блин, слишком много спойлеров. Да. Не, ну может быть в каких-то фильмах других ты выполнял трюки и в принципе способен ли ты их выполнить? Или тебе нужен дублер? Вообще, вообще, я смогу сделать трюки, если я подготовлюсь, я смогу это все сделать. Но такой вопрос сразу идет к компании то, что они готовы, если я э, получу какие-то повреждения и меня придется госпитализировать, да, то они готовы пойти на этот риск. А, и понял, поэтому да. большинство они перестраховываются и берут дублеров, чтобы он это сделал. Не видно было моего лица, они берут дублеров, да, и он все за меня делает. Так что нет, если если что-то какую-то поставить передо мной задачу, я ее сделаю. Да. Прикольно. У меня просто был случай, я когда-то снимался в сериале Дикий три на НТВ, ну, это было давно, mm. вот, и у меня был момент, когда мне нужно было на полной скорости выпрыгнуть из машины, которая должна взорваться, соответственно, да, и я понял, что у меня, как бы, органы управления все потерялись, uh -huh. и мне надо выпрыгнуть из машины, прямо из водительской двери, а скорость приличная. Например, какая? Ну, я не знаю, ну, там, ну, километров шестьдесят. Mm -hmm. uh -huh. uh, вот просто интересно, я как раз недавно прочитал, mm -hmm. что каскадеры говорят, uh, говорят, самое безопасное Безопасная так. скорость падения это от 30 до 40 км в час. Да, ладно. да это самое безопасное. А вот уже где идет риск какой-то, это. Все до 55 километров в час. Вот 50 километров в час, и вот что идет дальше, там уже они... Жесть, Ну, ты... Да, там же, когда ты выпрыгиваешь, там же ты можешь контролировать как-то свое тело, как оно летит. А вот после 55 километров в час это уже неконтролируемое падение Перегрузки какие-то идут, я А до 30? До 30 это все контролируется, это все можно подстроить под себя. Умнейшие люди умеют это делать. Я понял. Ну, то есть... А, ну все, я понял, да. Точно не помню, но но скорость, но скорость была большая, приличная, да. да. Ну, и блин, парень, о, я не знаю, он делали три дубля, и на третьем дубле он сломался ему скоро да то ли он руку сломал то ли ногу блин. блин мне так было жалко чувака ну правда не он типа нормально нормально сейчас там лежит такой на этой наносил я нормально все все круто все сделали сняли Блин, ну жестко как ну это. с другой стороны это профессия и они видимо как-то не знаю получают ли они удовольствие от боли это ну. такой вопрос ну наверное адреналин и Нравится сам процесс вот этих трюков. Наверное, можно понять. Можно понять. Ну да, когда ты этим всю жизнь занимаешься, да, это да. да, это да. Это То, что -то... -то... Когда я в институте учился в театральном, у нас был очень мощный предмет э, сценическое движение прям педагог очень крутой был, и она нас готовила к этим, и мы были размяты все вот прям на 100%, то есть были готовы, я не знаю, там вот с двухметрового стола делать чуть ли не вот такой вот прыжок затяжной с кувырком на полу. Okay. да, делали это, прям вот Прикольно. так. Прикольно. Да, я со своим каланчевским ростом 190 это все выполнял и обалдеть. не раскатывался на полу. Жесть. Да, видимо, тут какой-то вот что-то срабатывает, ну и плюс тренировка, конечно. О, oh гад, что прикольно. А Ты мечтал в детстве быть каскадером. Всем здравствуйте. А это Артемка. Голос в голове. Нет, я пришёл, голос да. Привет. Да. Хорошо. Что ты спросил, прости? Ты так неожиданно ворвался. Да, я тут на самом деле сижу уже минут пять, просто не стал перебивать. Ты мечтал быть каскадером в детстве. Я? Да. А в завуалированном детстве, естественно. Да-да-да, да, 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 я понял. Наверное, а, так, сейчас мы про гром трудное детство или про мое ну, не, детство? Нет, про твое Про, детство, про мое да, детство. Да, я да, запутался да. в детство. А, да, м, так, э, вообще в детстве э, я каскадером вообще даже, наверное, не задумывался быть, потому что моя мечта с пяти лет это было э, была стать дворником. Да ладно. Да, это может стать, это, конечно, может показаться глупым, но мне почему-то я когда видел то, что они подметают и делают улицы чистыми, я такой, блин, так это ж реально крутая типа добро? профессия, да, это ж, ты так городу помогаешь, это... Ну плюс ты видишь, Нет, всё, что я иду по... в дворники. Да, да, да. да. И такой... я такой решил, все, я в дворники пойду. Прикольно, Потом а? у меня был период, я хотел, я пересматривал миссии невыполнимые, и я хотел стать а, полицейским. полицейским, да. А потом я захотел стать пилотом. Фига у тебя да. сколько мечт. А потом я пошел в актеры и понял то, что профессия актерская в этой профессии ты можешь испытать любую профессию. Ну в общем да, от логично. дворника до полицейского. Ну, ну, в общем, да. А у тебя? Нет, я с самого детства сначала хотел стать как раз танцором испанских танцев профессиональным. Потом я хотел стать телеведущим. А потом вот я уже хотел стать актером. А у тебя есть свой канал, может быть? Н нет? В плане. Ну, на Ютубе, где Н можно нет. попробовать себя в роли телеведущего. Нет, я раньше, во-первых, занимался в специальной такой школе для телеведущих, да -да -да. которая подготавливала вот к этому всему. Также я э, на двух каналах, таких телевизионных, да, 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 на двух каналах телевизионных, как бы, ну, участвовал иногда. Вот э, в программе там какой-либо. Не вопрос. Вот. <laughs> а, и все, в принципе, да? вот с телеведущим. Ну, а, а тебе, у тебя прошло, прошло, прошло это желание стать телеведущим, или? Ну, как сказать? Или оно все-таки есть, все-таки Нет, оно стоять, вот на данный момент оно пропало, а, потому пропало, что ну, не знаю даже почему, просто мне хочется вот сейчас стать актером, потому что, ну, это же круто, когда ты в кого угодно, вот правильно, вот как я сказал, в кого угодно может превратиться за секунду там, ну, в, общем, в пилота, да. в полицейского, в дворника, mm -hmm. в телеведущего. Вот. Да, так. да, актерская профессия, но она, понимаешь, она коварна тем, что не, здесь от нас самих зависит очень немногое. Тут очень важно, наверное, вы тоже это испытали: момент удачи оказаться в нужном месте в нужное время, попасть на нужный кастинг, чтобы тебя увидел нужный э, кастинг директора и нужный режиссер. Тут момент удачи, и поэтому, да, я тоже. Мы с Батей, а, когда он купил первую тачку, это был Жигули, четверка, вот, которая постоянно ломалась, естественно. Мы ее каждое лето, блин, валялись под ней и чинили. Но ну, блин, но это... Ну, это все равно круто иметь тачку. Ну но да. Уже ты можешь передвигаться на тачке. Если тебе там идти, например, 5 километров куда-то, ты не пойдешь конечно, уже пешком. Ты на конечно, тачке конечно. Поедешь. да я в магазин на тачке поедешь. До него 10 шагов я на тачке. Да, 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 да. Uh, и я настолько полюбил крутить эти гайки и видеть результат до и после, что вот не работает, и вот мы такие крутые разобрали, полностью движок собрали, и он заработал. Да, и у меня это засело. Я, конечно, да, я, наверное, я актером не очень хотел быть, но не суть. И я тоже понимал, что актерская профессия может мне дать целый спектр возможностей. А потом крутить дорогие тачки. Но понимаешь, а, да, а... ну, понимаешь, что она не всегда, не всегда можно реализовать, потому что если ты не продюсер своего же фильма, своего же проекта и так далее, сложно быть в кадре автомехаником. А я очень хотел. Uh -huh. Я поэтому создал свой автосервис. Да? да у меня был свой автосервис, я его развил Прикольно. от нуля до прямо вот. Ну, я его потом продал как бизнес, ну, вот, потому что там пандемия значит, ну сложности свои, плюс озвучка, что-то поперла Ну, в общем, много всего было. Я не перестал успевать, но я вышел на м прибыльность уже через два месяца после открытия. I'm да, я сделал соцсети, я снимал туда, пилил ролики, инстаграм okay. там тогда был, вот это вот все, да, вот, развил его, мы чинили там американские машины от самых старых, там, Кадиллаки oh. старые, вот эти очень крутые, да, до новых, у меня у самого американская машина, мне это нравилось, я нашел место, где я мог выразить себя, понимаешь? Вот на самом деле моя любовь это все-таки ретро тачки. Да. Вот это, блин, я блин тоже люблю. да. Я вот, например, я очень реально, я очень сохну по Porsche, которая. Букстер. Нет, 911 911, но тот да, старый, старый да? да? Ну, блин, они блин, дорого он стоят. Крутой, да. А ты видел, кстати, что а, есть бокстеры, есть еще там, а, ну, какая-то, не помню, 911-й, какой-то 926-й, или какой Ну, в общем, есть еще, они похожи на 911, просто 911-й это культовая тачка. А, -а, -а. а есть еще Porsche, ряд Porsche, которые стоят копейки. Да, ну, то есть за 200 тысяч рублей, условно, ты купишь себе на ходу машину ретро-Porsche, который ты можешь... Ну, который ты можешь изучить, полазить там руками, uh -huh. да, что-то поделать. Или, Я тоже например. Так... Например, Dodge Challenger 69 -го. Блин, ну ты это прям бы... такие, конечно. Я тоже общем, залипал тут около... Сказал, около да, Останкина бирал. стоял этот самый Pontiac Chevrolet Camaro. Но оно. вот то еще кругленькое. Да. Не вот то, что пошло после. Которое это Bumblebee. Это Bumblebee, это уже ну, сейчас. Который, да. да, которая вот та. Комар тоже 60-е -60 mm -hmm. годы. Она стояла, сделанная, вылизанная. Я в Останкино находил тогда, только-только дубляжом начал заниматься и много там пилил контента она стояла около входа, кто-то на ней ездил. Понимаешь, ну, какой же и гай? почему это не я. Да, <laughs> я, и все, вот у меня понимаешь, и все-таки, да, я дорос до момента, когда я смог позволить себе тачку, которая, которую, ну вот, о которой я мог мечтать когда-то, когда был студентом, там еще, да. И, и сам ее делаю, если там что-то ломается. Это классно. А потом ну. я первый раз 911 Porsche я увидел, это был жаркий летний день и прям на полной скорости. Проезжает 911 красный. Прям вот вылизанный, знаешь, что прям аж блестело на солнце. Класс, класс. И 911 да, сзади. Да, да. Блин, да. я такой, уау, как я хочу его. Ну, новенький я не знаю, я не юзал, не трогал. Ну, так они выглядят, конечно, очень круто. Нет, я про старый говорю. Ну, старый, да, старый. Потому что сейчас Porsche это Volkswagen. Там вся начинка Volkswagen, его перекупили. Lamborghini это Volkswagen, ну вот эти все вот эти вот сейчас новые кроссоверы Lamborghini это Volkswagen. Там просто ламба это шильдик. Он ко мне в сервис приезжал Ламборгини, желтенькая вот эта вот, как она Урус. называется? Урус. Урус, да, Аэрос. Урус. Аэрос. Вот и я ее там везде, даже ролик какой-то снимал, ну такой легомобиль, знаешь, Аэрос. там все кнопочки красиво, там все кожа, кожа, вот это все. Открываю капот. Volkswagen Group, Volkswagen Group. Серьезно? Да! <с Обалдеть! Все, да, это Volkswagen, понимаешь? Обалдеть! Да. Обалдеть. Да. Я вот. сейчас просто узнал, да, что это Да, да, да. Сейчас голова переворачивается полностью. Обалдеть. И Вольво делают в Китае, и раньше Land Rover делают в Индии. Понимаешь, так я знаю это, то, что Вольво, Джелли а, же выкупила Вольво. Вот, жили, Китай, да, 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 они делают. Не, ну Джили сейчас они, конечно, выросли, там, конечно, китайцы ну, еще молодцы. Gilly, у Gilly неплохие тачки, да, на самом да, деле. да, да, да. Вообще, я считаю, Gella китайцы, они молодцы, вот эти... они реально столько всего очень делают. крутые, да. Да. Like... Елена Лютик Привет, Елена, спасибо большое Отправила 500, здравствуйте, Александр, доброго вечера И душевного стрима Дочурка спрашивает, как А, а Кая, прости, не увидел Да просто у меня замелькало какие иг... В, как... В какие игры вы играете если на это время, на плойке или на компе А, вообще так. Uh... Скажу честно так. У меня нет ни плойки Ни компа так. Потому что, я скажу почему uh... Я не сижу там, потому что понимаю, если я там буду сидеть, меня будет не вытянуть. Просто я вот засяду и все. И вот yeah. меня yeah. потеряли, реально. Да. Yeah. И вообще, да, и. Вообще, в принципе, игры. Я, конечно, да, говорил в подкасте Грома, то, что я там играю вот в игры Stand of 2, если их можно называть. Там. Ну да, CS, ну, гол. Вообще. А, я очень редко в них играю, да, потому что, ну, вообще, мне родители говорили то, что, ну, играть в игры, это, конечно, круто, но ты как бы, ну, проигрываешь а, свое время, на которое ты мог бы, ну, провести с пользой. И я что-то подумал то, что реально, то, что лучше вот вместо того, чтобы сейчас посидеть, поиграть, лучше пойти с друзьями там погулять. Блин, это взрослая крутая позиция, на самом деле. Я да. тоже был такой до недавнего времени. Пятая? Да. 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 Саша, Саша начал играть в игры, да? Начал ты играть вы... в игры на старости лет. Детства. По твоей реакции я видел, что да, ты да. играешь. Да. Он да, играет ну, когда ты... в КС. Он какой у тебя там Supreme, ты, да? Да, 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 да. да. А, КС. Малыш, это что такое? Я... КС А, это... Counter Strike. Ну, а, стрелялки, а, а, да. да, да. да, да. Это вообще жесть. Это вот просто ходячий киберспортсмен. А, да? Ну, Суприм это как бы очень высокое звание. Как бы это одно. Там суприм и дальше что идет после Суприма. Суприм и Глобал, вроде. Вот, все. Это предпоследнее звание от Глобала. Офигеть. Да? какой вовка крутой вообще. Это представьте, вот если. Если Вовка пойдет в киберспортсмены, вы прикиньте, какой это будет лютый киберспортсмен. Ну, кстати, yeah, yeah. да, у тебя такой бэкграунд крутой. Yeah. Да, прям, реально, там, прям тебя вообще там модный. Воду. Ты да-да, камеру сидит. поставишь в вебочку, будешь рубиться там где-нибудь в Твиче, на Твиче. После каждого, ещё. после каждого выигранного, выигранного, нет, как выигранного. это? Выигранного. Выигранного, да, раунда сразу такой, на расслабоне начали. <связи> <связи> ну как, ты же любишь на расслабоне? Не, я люблю играть, действительно. Но в последнее время, я не знаю почему, я, кстати, очень мало начала играть вообще во все игры. То есть я в последнее время прям вот прихожу домой, устаю, и мне настолько лень играть, просто там включаю телевизор и засыпаю под него. Mm -hmm. Вот. Более, под телек засыпать. Не, ну я смотрю и потом, естественно, выключаю, чтобы энергию не тратить. Это прикольно, у меня дедушка реально засыпает под телевизор. Да, я понимаю. Это я, например. Чего? Белый шум. Ну да, белый шум. Но. Как бы я такой пробовал, я вот, ну, мне стало интересно, как вот он так засыпает. А я, знаешь, я иногда э, хожу, что-то по квартире уже там вечер, и я смотрю, он смотрит телевизор. Я такой, ну ладно. И, знаешь, я смотрю, он вот так вот лежит, типа смотрит телевизор, и так. <сёвшее> <сёвшее> а я, и, ты, и ты каждый раз, когда мимо проходишь, ты не понимаешь, вот он сейчас спит или он сейчас Или смотан. прикалывается. Да, да, или прикалывается, да. знаешь. А потом, когда к нему подходишь, знаешь, да. садишься, он просыпается а сразу. Ага. Реально просыпается и также знаешь... И главное, в контексте этого фильма... Ты, ты понял сейчас, ты, ты видел вообще, что было. Да-да-да-да, <сёвшее> <сёвшее> да, <сёвшее> да. и ты понимаешь, я такой <сёвшее> говорю, о, дедушка, смотри, какой момент. Он такой, да-да-да-да-да. Это почему-то так смешно всегда было. Я, например, не могу заснуть. Самое главное. Не вздумай. Не вздумайте вообще никогда у такого человека выключать телевизор. Да, да, это правда, да, да всегда, да, когда правда, вы... да, Чикалах, да. Прилега, всегда, когда реально, вот это я забыл, да, всегда, когда выключаешь телевизор, он сразу просыпается и говорит включить ему телевизор. Блин, ну это <с вот да, лучше не привыкать к такому, потому что у меня были тоже такие там из бабушки, кстати, да, ну когда я к ней приезжал, оставался, и она все и под телевизор, блин, не очень круто, не высыпаешься, ну как-то вот. А по поводу игр, да, я тоже, получается, начал играть в 41 год только. Да, понимаешь? А до этого у меня была точно такая же позиция, вот как у Кая. Когда я просто это считал пустой тратой времени и убиванием времени. Когда я мог, да, могу это заместить какими-то полезными делами. Но сейчас, поскольку я уже в Ютубе, и Могу Ютубе... себе позволить поиграть в плойку, ребят. Да. Да. Огромное сообщество людей, да. которые интересуются этим, и там действительно технологии шагнули, что там целые миры. Ну, это Last of Us, ну, Last да. Of Us это, да, игра. Если играли, ну, вообще, не знаю. Вообще, вот если честно быть, я, конечно, играл на плойке, но я в основном на плойке. Моя самая любимая игра на плойке это, наверное, на плойке, на плойке слишком много плойк, U третья. Наверное, потому что реально, вот как-то это прикольно. Это, ну, блин, это. Ну, типа э, какой-то азарт просыпается, да? знаешь, когда ты. Ну, я могу тебя понять, да, да, да. Ну, типа, вот. А еще в колду я играл на плойке: Call of Duty. Да, я тоже где-то там был. Да, там все были. Да, там все были, просто все. Но просто я понял то, что на джойстике там все-таки ограниченное, знаешь. Ну, ты можешь только вот. Ну, не ограниченное, но как бы там. Как бы это объяснить, замедленная реакция, что ли? То есть, ты не можешь, как на компьютере, да, ты вот резко повернул мышку и там сделал какой-то определенный там раунд взял, знаешь. Может быть, да. А вот именно на джойстике, он, знаешь, ты нажимаешь на пол, он так медленно, знаешь. Ну, может быть, у тебя настройки просто стояли. Там же можно настройки. Да, 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 я знаю. Но смысл такой просто: то, что на компе и на телефоне там, да, все. Меня многие отговаривали: типа, что ты, блин, нафига тебе эта хрень? Купи. компьютер, да, типа, ты за эти деньги возьмешь, ну. Мощный плюс, там плюс. суперкомпьютер, Полностью да, настроишь его. Но я понял, что я просто уже, ну, я не знаю, может, в том возрасте, когда мне вот это ковыряние и все вот это вот, взял джойстик, поиграл, да, я там с детьми сел, <с вот и мы поиграли и как-то оно понятно, удобно, интуитивно, а в клавиатура. У меня ну, главное, просто... главное, чтобы потом это не затянуло так, чтобы потом из этого не вылезть. Не вылезти. Ну, понимаешь, я очень долго был убежден, что да, это действительно прожигание времени. И э, у меня очень много забот, задач и всего остального, что... Это наоборот для меня, я сяду и в стриме это сделаю. Ну да, на Твиче где-то, да. По Поиграюсь, и чат мне будет что-то подсказывать. Uh -huh. Потому что я как этот самый, как коллега там бегаю, понимаешь, ничего не понимаю, что происходит, куда сжать. Там эти зомбаки какие-то грибные -то, на меня нападают, и у меня мозг взрывается, да. Ну люди веселятся, и я тоже, ну весело, да. А так не скажу, что я бы один сел и вот стал бы залипать, Знаешь, на какие-то вот эти истории. Нет, наверное. А кстати, Вов, такой вопрос. А слушай, а на плойке... Можно в КС играть? Ну вроде нет. Вроде нет, просто я, знаешь, я много видел э, я видео, вроде нет. которые вот открывали, открывали кейсы, знаешь, в КС. На плойке? Да, прям на плойке джойстиком. Н не знаю, честно не знаю. Не знаю, да? Можно спросить у чата Напишите, пожалуйста, в чате, ребятушки Можно играть на 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 плойке? Тебе это слово покоя не дает, да, я так понимаю? Да. А Робин Бобин Три Пятерки прислал тысячу. Спасибо. Вау. Всем привет. Не ожидал увидеть восходящих звезд нашей кинокомикс-индустрии. Спасибо вам, Александр, за то, что их пригласили. Спасибо, спасибо. Поздравляю вас, Кай Владимир, с вхождением в кинематографическую вселенную Бабл. Спасибо. Бабл-бабл. Yes, бабл. Спасибо. И тут же вдогоночку Олег трофим. Не знаю, Олег это трофим, или это просто Олег Трофим. А, прислал 200. Хватит тут уже про свои тачки. Давайте за кино. На самом деле, вот это кинематографическая вселенная. Во-во, сегодня все заикаются. То, что она происходит, зарождается на наших глазах это очень круто, потому что я первого грома посмотрел и реально офигел. Потому что я никогда не думал, что наши люди способны на такое. Вот, но потом понял, что э, когда я познакомился с Ромой Катковым, с Артемом Габриляновым, mm. которые вот эту всю тащат, всю эту весь креатив, Ношу. да, весь этот креатив, я понял, что они настолько мега увлеченные люди, что ну иначе и не могло быть, потому что такой продукт не может получиться тупо заплатив бабки кому-то, и кто-то тупо что-то сделает. А тут именно вложена душа, вложено какое-то вот такое по-хорошему детс... детское восторженное чувство от всего mm. этого, от всего, что они делают. Они настолько кайфуют. И Рома у меня, смотри, у меня здесь фигурки от пола до, <свят> до этого самого. А вот здесь у нас, значит, аллея там анимешек там. А это здесь вот, вот еще супергерой Марвел. Ты же Локи озвучивал, да? Ну смотри, вот тут у нас. И я понял, что, блин, вот таких людей не может по-другому получиться. Вот. Я очень надеюсь, кстати, что Будут какие-то у вас продолжения, какие-то камео или флешбеки в, в этой самой в, в кино вселенной. Ну да, посмотрим, <с Si> ну, посмотрим. посмотрим. Это очень круто. Ну, Как-то намекнул-то неоднозначно. Но да, да. не будем спойлерить. По неопытности, еще пока по неопытности. Да, 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 да. А вот. Вы же смотрели «Майор трудное Майор", гром трудное детство. «Майор трудное детство. Трудное детство с доктора Ну, а ну я имею в виду сейчас именно Гром Трудное детство. Вы же сами смотрели. Да, да, да. Конечно. вас три раза я смотрел. Три раза. Три раза. И как вам себя лицезреть? Не коробит, ничего. Ну вот бывает просто у меня... Как тебя лицезреть на экране? А, Нет, в плане ну, нравится, есть, не нравится. нравится, не нравится. Ну, нравится, не нравится. Ну, потому что бывает, что свой голос на записи многие люди не могут слушать, да? Мне Смотреть вот... на себя в кино тоже сложно. Прости, давай. Мне, честно, мне не нравится иногда... Вот, допустим, я записал какой-нибудь кастинг, отправляю там маме, потому что мама этим занимается, она всегда mm -hmm. отправляет, вот. И... Вот, когда на, еще раз на всякий пересматривает, там обрезал я что-то или нет, я ухожу в другую комнату, потому что мне, честно, мой голос не нравится. Вот. Ну, раньше не нравился, сейчас уже более-менее. Потому что вот я смотрел э, видео, которое Олег выкладывал со съемок. Э, когда мы скажем, когда мы скаем в кадре. Стей. Да, да, да. А, Ты такой, боже, это я! выключить! А, не нет, и там слышать! такой писклявый голос. Типа я посмотрел быстрый, прям ужаснулся, потому что мне вот песклявый мой голос, который был, ну сейчас ну, так чуть-чуть изменился, но он мне вообще не нравился. Mm. Вот. Uh. Ну, А так именно как актерская игра, ну типа мне понравилось, но естественно там в любой там в любом проекте ты когда смотришь на себя, естественно ты видишь какие-либо ошибки и естественно хоч хочется все это доработать, как ну вообще в любом проекте. Вот. То есть ты уже смотришь как профессионал с точки зрения, что я сделал так, что я сделал не так. Ну да, ну типа, ты же помнишь, вот, допустим, моменты со съемок. Смысл просто смотреть, ну, типа, из-за кайфа, вот uh -huh. на себя uh -huh. именно. Не знаю, там, на других персонажей, может быть, но вот на себя ты смотришь и типа, анализируешь свою работу uh -huh. в, в этом проекте. не знаю, ну а у тебя? У тебя, ну просто по-разному бывает. У меня вот я тоже свое ощущение расскажу от меня в кадре. Ну, ну уж тоже подснимывался там кое-где. В каких проектиках? Так, ну что у меня. Ну, тебя коробит или нет, когда ты на себя смотришь? Да, в принципе, нет. Ну, я не знаю, меня как-то ну, не коробит, потому что, ну, если я вот в каком-то моменте. Кратко, мои самооценки. Ну, если я в каком-то моменте, реально, если я считаю то, что я хорошо сыграл. Вообще, мне папа говорил то, что после каждого дубля, если ты считаешь то, что ты хорошо сыграл, то значит, дубль удался. А, -а, а, если, вот так, да? а если ты вот э, спрашиваешь себя, как я сейчас сыграл, и ты не можешь сразу, сразу себе ответить то, что хорошо, значит, ты мог лучше сыграть. Вот так вот. Э, и я всегда действую по такой, ну, схеме. Э, и стараюсь, конечно, чтобы мне больше нравилось, как я сыграл. Ну слушай, а у тебя э, ощущение, вот как ты играешь? Ну, вот, допустим, ты на площадке, вот, ну. у тебя сцена, ты играешь, да? Да. И потом то, что ты видишь, совпадает с тем, что ты чувствовал во время съемки. А... Или, или бывает так, что, блин, я же играл вот это, а на плейбеке я смотрю, и вышло не, 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 другое. Нет, нет, почему нет? Всегда, вот, ну, а, как мне говорили, то, что камера видит даже того, что ты внутри себя не вот... Не проживаешь, грубо говоря, потому что я знаю то, что э, у Роберта де Ниро, по-моему, в, как в каком то он фильме снимался, и ему режиссер рассказал то, что вот сейчас. Или не у Роберта Де Ниро, Ну, в общем-то, ну, у какого-то да, какого да, очень да. известного актера, актрисы даже, по-моему, ей сказали: Вот смотри, вот сейчас э, к тебе подходит э, человек, который говорит, что там твой близкий умер, например. И он говорит. А ты попробуй ничего не играть. Вот ты просто вот так на него смотри, и все. И ничего не играй. Вот не, не переживай, вот просто тупо, вот стой на него и смотри. Да, да, да. да, да. И потом в фильме это так круто получается, потому что зритель уже додумывает, вот что она сейчас чувствует в этом моменте, что она сейчас проживает, боже. Знаешь, почему это? Потому что а, то кино, оно режиссерское. Да. Да. И режиссер уже, это, он видит весь этот вот ряд, видеоряд, понимаешь? И он ставит четкую задачу. И именно поэтому даже самые всратые голливудские актеры играют офигенно. Да. Понимаешь? Ну, Потому у что... Уже он... есть система. Суда, да, по техника, которой они играют, да. Режиссер, режиссер, режиссура плюс операторство. Да? Вот четкие планы. Если я понимаю, что у меня хреновый актер, без внутреннего мира вообще, я его снимаю крупно, я ставлю ему задачи какие-то вот четкие, определенные, да, смотри в одну точку. Вот, я не знаю, повернись вот так, да, и я тебя сниму так, что ты не будешь выглядеть погано. Потому что мне твой о -о, типаж нужен для моей картины, чтобы, да, чтобы все сложилось, психопортрет моей картины в целом. Mm -hmm. вот. А у нас, у нас идут... Не знаю, правильно это или нет, но, наверное, по старинке от внутреннего. Если посмотреть сейчас, ну, те же самые советские фильмы, да, все-таки мы делаем скидку на то, что это советское кино, что это когда-то было, что да, вот если сейчас играть по законам советского кино, будет хрень. Ну, на самом деле... Будет хрень. Вот поверь мне, будет хрень. Были попытки возродить старую классику, сыграть. Но... Хабенский пытался сыграть этого Я самого... Я могу даже Понимаешь? пояснить, почему. Я все-таки понял. Да, наверное, не получилось бы, потому что а, то, что они играли в советском кино, это все-таки. Они так жили раньше. Они были больше. У них. Больше эмо... они эмоциональные были такие, потому что уже, грубо говоря, в новом мире уже люди, ну, не и такие это, и и и не это. такие. Потому что в советском э, кино, у них, знаешь, ну, типа командная работа, они там сейчас лес рубят, там, молоко доят. Ну, они все с таким характером, прям, реально. А у нас, ну, я, конечно, не говорю, что у нас тоже характер ушел, но он. Реабилитировался, если так ну, это можно Ну, По-другому он трансформировался. Да, трансформировался. Скорее. Он стал немножко другим. И то, что если сейчас попытаться возродить то кино, это уже будет ну, неинтересно. Неинтересно будет абсолютно. Потому что тогда совпала а, техника, а, я имею в виду осветители, операторы. Вот да, весь весь продакшн совпал с а, такой вот манерой играть в кадре, вести себя в кадре. И они совместились вместе и сделали классный продукт. Сейчас, допустим, зовут актеров, и давайте играть, как в советском кино. А снимают по-современному клиповое мышление или еще что-то. И актер начинает что-то играть, а его снимают клипово, и, и, и возникает взрыв мозга, и каши абсолютный да. Тихо, 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 этот тихо, самый тихо. получается, как бы что человек наигрывает как конь на параде. Да, и мы это видим, и он абсолютно голый, и он беспомощный, понимаешь? Он свое кино играет, оператор свое кино снимает, режиссер режиссирует свое кино. Но... Понимаешь, это очень часто случается, к сожалению. <как> да. Да. Сорян, что-то меня понесло. Так, а, а, о, о. А, просто unknown, просто вот человек без имени отправил нам раз, два, три, три раза по 200, спасибо большое, я так понимаю, всем по 200, спасибо, очень круто. А, Елена Лютик. я уже прочитал. Так, Елена Лютик, а, Вова, а тебя еще заметила сериала «Тетя Марта». Классный сериал. Ты хорош, удачи в профессии, больше ролей и премьер. Спасибо. Расскажи спасибо. пару слов, что это за сериал? Uh, это, это давно. Сериал? Нет, а ты не смотрел? Вышел. Нет, давно. я говорю, у меня Сказал. сложности с контентом. А, осенью вышел, не помнишь? Не знаю. То ли осенью, то ли зимой вышел. В общем, нет. Да, зимой, зимой. Это как бы сериал, где снималась Вита Корненко. Да, она много озвучивает. Очень хорошая артистка, дубляжа. Вот. И, ну, как бы сериал про девочку, которая вот живет, как-то пытается избавляться от всех проблем. Вот. Ну, в общем, и вообще про ее жизнь рассказывается. Про класс, как mm -hmm. ее многие унижают в школе. Вот. И, в общем, она как-то... Буллинг. Буллинг, Да. А вы сталкивались, кстати, с таким? Да. С буллингом. Yes. А, с буллингом, да, сталкивался. Но, слава богу, не, до... не надо мной. А над другими. Ну, с, сам фа сам, с, с самим фактом, да? Ну да, с самим фактом я сталкивался, и это ужасно. Ну вот и как вообще? Вот вы такие на виду, вы все такие медийные, такие модные, крутые. А в школе учатся обычные дети. Есть какой-то вот момент зависти, кучкования там сейчас моему ну, морду набьем за углом. Нет, нет, нет такого нету. Нет. Нет? Нет, нет. Наверное, я... больше у людей просыпается интерес. Узнать человека поближе да и ладно. просто познакомиться с ним, mm -hmm, хотя бы ну... понять, что он из себя представляет. То есть они не okay. завидуют, а именно действительно. Им ну, интересно. может, и завидуют, но вообще они хотят первым делом познакомиться, потому что мне, ко мне все э, лезут типа познакомиться, знаешь, ко мне лезут как-то. Серьезно, а да. Прозвучало. Ну, не-не-не, не лезут. Ну, просто иногда ребята, вот, которые встречают, говорят: о, а это ты снимался в Жене олигарха? Кстати говоря, да. Очень часто, кстати, довольно таки а, И, кстати, кто не смотрел, посмотрите. В общем, и говорят, слушай, блин, классный сериал. Ну нет такого, знаешь, какого-то буллинга, и типа снимался. Ну что, пойдем выйдем там за угол. Да-да-да, нет. Нет, такого нет, вообще нету. Ну, даже какая-то радость, что ли, знаешь, какая-то гордость, что вот у них сейчас учится ученик в их же школе, который там, типа, снимался в таком-то, таком-то сериале. <связать> а у тебя ты так улыбаешься, как будто что-то когда-то было. я просто было. в чате там увидел, там а, э, да. из э, сериала «Тетя Марта» там есть кадр, где я стою в платье. Так. И вот там я увидела это, вспомнил. Да помнил, я тоже часто наряжался да. в детстве, помню, в маминой туфли. Знаешь, каблука, вот я не понимаю, там, типа, тот, почему то так об этом, потому что а, мне все не. говорят то, что, типа, ну. все... Я спрашиваю, вы видели Вову в Марти? Марте»? Они говорят, да, видели, и никто не вспоминает этот момент, Вов. Нет, 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 то есть. Для него это типа... травма, ну, ну, по всему ты ты, ты как-то как сговаришься <laughs> да, на да. этот счет, что ли? Нет, ну, ну, и чего. Как, как бы я понимаю то, что, допустим, вот, играть какие-то, ну, вот, в платье нарядиться, типа для актера, но это норма. В принципе. Ну, не в плане то, что это ура, нарядиться бы в платье, а в, в плане то, что ну нарядился. Ну, ну и нарядился еще, вот. ну. <laughs> но, типа, сам факт того, что еще там и песклявый голос, я еще так, так. видел тогда еще. В общем. Ну то есть ты паришься на тему того, что ты как бы нет, я парюсь именно на тот момент, потому что ну там прям сейчас уже становишься приходишь в гармонию. ну, Если бы там мне предложили какую-то роль там типа в платье надо там или ну в чем в какой-либо одежде или с аксессуаром девочки не знаю, то ну почему бы и нет? Ну да да, я понимаю. Да. Просто да. господа. отправил 150. Ребята офигенные, успехов во всем. Спасибо. Интересно было бы узнать, относят ли себя ребята к какому-нибудь фандому? И вопрос вообще по другой теме. Следите ли вы за новостями спорта? Если да, то какого? Ну, по поводу фандома. фандом грома как раз. Только если этого. Ну вы прям фанатеете от этого или ну как бы круто, Только а, Я не понимаю, что под, а, подразумевают под словом фандом". фандом. Ну это фанаты, фанаты, которые прям вот. Нет, э, ну значки коллекционируют, наклеечки себе наклеивают. А что, наклеивают. это в плане? Ну себя это... относите, Ну, то есть вы являетесь фанатами какого-либо, какого ну не вселенная Марвел. Ты говорил про Дэдпула. Да. Да, там я не знаю, Марвел, DC. Ну слушай, ну такое. может я и отношусь, но типа нет такого, что прям. Prøv å se hvordan det går Что-то, ну, нет, это, конечно, круто а, Да, я, как и говорил, фанатею Вообще и от Marvel, и от DC Вот как-то все говорят, нет, ты выбирай Либо вот Marvel, либо DC Вот угу. выбери, я говорю, да я не могу выбрать Мне и то, и то нравится Видишь, меня тоже засосал и туда и туда, и Локи, и Бэтмен Во мне как-то так вот подружились ты Еще Бэтмена озвучил? Ну вот нового, да Ну да, вот да, нового, да. Ну, да, да. <свят> Жалко, он не вышел в официальном Просто буквально за один день отменили премьеру Бэтмена Первого числа Второго должна я была видела, быть премьера я готовился, мы уже там придумали целую историю. Меня уже пригласили на премьерный показ. Ну, то есть, все было на мази. И 1 числа отменяют завтрашнюю премьеру. Блин. О, это было... это а было... Отменили, кстати, из-за чего? Ну, из-за из вот этой всей к... тюрьмы, а -а -а. когда стали уходить мейджоры. Вот Понятно. эта вся беда. Вот. И по итогу, ты понимаешь, вот лично для меня это, это веха. Вот в работе, в дубляже. Потому что на этой роли я... Как-то шагнул вперед, в, ну лично для себя. Вот, то есть я очень долго готовился, очень много репетировал, очень много было хайпа на тему того, подходит Гаврилин на Бэтмена или не подходит. Да, да, там очень много было, такая история детективная. Вот. Кстати, мне очень какая классная песня. Да, да, да. Мне всегда очень прикалывало то, что когда актеры дубляжа озвучивают какой-то фильм. Они всегда его первые видят, чем да, кто-либо. Да, вообще, да. ты вроде кажется, вот ты сейчас идешь на премьеру, там, человек-паук, нет видела. пути домой. Вот я реально, я, я чувствовал, то, что я сейчас приду, один из тех первых, кто вот сейчас увидит этот фильм. На премьере, на показе, да? Вот на да, -показе. да, 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 да. Вот, и я пришел такой, смотрю, а я такой думаю. А, а если а он, он на русском? Видел, да? А если он на русском? Значит, кто-то его озвучивал. Значит, кто его уже видел. Бэтмена я где-то за полтора месяца до премьеры, посчитай, посмотрел весь. Ну, потому что главный герой там почти во всех сценах. На английском или на русском уже? Ну как на в оригинале. А в оригинале? В оригинале, прям, да. да, да. Ну, то есть мы же его озвучиваем в оригинале. Ну да, конечно. Ну вот, да. Ну, Прикольно. понятно, что там было защищено. Все, там такая черно-белая картинка. вот там полоски всякие эти водяные знаки. Ну, чтобы это, не слили. Ну, что да, чтобы не да, слили, всё. да, mm -hmm. да, да. Вот. А если сольют, то было понятно кто. Ну, за название mm -hmm. студии, там вот это да, вот. Да, 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 да. да вы, но блин ходить с ощущением, что ты уже посмотрел Бэтмена, а народ ну когда же, когда же, а ты видел вот там вот в трейлере вот он это сказал, а вот это вот и ты уже все знаешь, блин чуваки, ну, да. а вы здесь там что-то да, а сказать, ничего нельзя, да? А сказать ничего нельзя, вот я это вот... вот самое. Я сейчас очень жду Джон Буйка четвертого. А он выйдет? О, я надеюсь. А Бэтпула третьего. А третий еще выйдет? Ну будет, конечно. Серьезно? Ну, будет, конечно. да. Да, там, да, блин, да. Кайф. Будет. Но будет ли он, понимаешь? Ну он будет ли вот... он, да. Но просто я знаю то, что уже как бы в Америке вышел Джон Уик 4. А, он не вышел еще, по-моему, да, вру. Он в марте должен выйти, по-моему. Если он там в марте выйдет, то у нас он еще не скоро, да? Ну в том-то и дело. Да, он не выйдет, скорее всего официально, но где-то только в пиратке. Блин, вот это, конечно, засада и больше всего. <связывая> <связывая> так, да. а, по, по поводу новостей новостей спорта следите за новостями спорта, если ну, да, <связывая> Нет, наверное нет. Я я посмотрел, наверное, только последний матч, когда играла футбол. Аргентина, да, футбол Аргентина против э, Франции. Это зрелищно было. Mm. Это очень красиво было. А вы смотрели? Я ничего-то не фанатею Нет? от спорта вообще, да. Блин. Не знаю почему. Не знаю. Мне кажется, фанаты футбола поймут меня, потому что там была такая игра крута. Получается, там в первом тайме Аргентина забила два гола, если я, вот по памяти помню. А во втором тайме забили Франция два гола. И а уже счет 2-2 был. И был Франция по пенальти, да? Да, и а, получается, у них там счет, по-моему, дошел до 3-3, я вот уже честно не помню. И в итоге Аргентина выиграла по пенальти. А, а, это, а финал да. был. это, да, мощно, это финал, да. это финал да. был, да. Это да. Мощно. Но прикол в том, то, что Мбапе э, ну крутой <laughs> игрок, который Франция он забил все три гола. Все три гола он, ну, он забил. Ну, он прямо, да, заводился. И он прям, да. Ну, и, даже там в какую-то... это Его внесли в какую-то книгу, так что там э, за какое-то количество, там, 50 или 40 лет такого еще не было вообще в истории футбола. Ну, в общем, да, проиграл матч, но зашел в книгу там рекордов каких-то. Ну, в принципе, тоже неплохо. От Никитрия вопрос, который отправил 100. Всем привет. Вопрос к ребятам, как представителям современных подростков. Вы ограничиваете себя от контента 18+. Ну, смотря в типа в фильмах, каких-то. В фильмах. Ну, наверное, в фильмах, да. Но не в фильмах, фильмах, фильм, ну, в фильмах. Ну, в фильмах, я не знаю, там, YouTube не YouTube, что-то такое. Ну, в фильмах, ну. Я не знаю. Ну, как-то, блин. Ну если в плане если в фильмах то там допустим если есть какая-то постельная сцена то уже мы не дети закройте глаза хватит выключите ну есть и есть типа ну не знаю потому что если смотреть 18+, плюс например да какой в плане военный или вот как вы сказал, постельная там сцена если военный Да, либо да 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 но но я смотрел пианиста например Угу. И... Ну, 18+, разве? Он, по-моему, да. да. Да? Ну, он... Я помню, он прям тяжелый был. Ну, тяжелый меня. фильм, да. Да, потому что я потом ходил часа два с гудящей головой. А еще сильней я ходил с гудящей головой. Это после фильма «Мальчик в полосатой пижаме». Смотрел? По-моему, да. А ты смотрел его? По по-моему, да. Вот это совсем трэш был. Потому что... Ну, я не трэш. знаю... Ладно, что-то моя о я, Давайте, да, Я что... Блин, из... Как-то вот. Сейчас огромное засилие такого, да. Не очень правильного контента. Но, судя по разговору с вами, вы довольно адекватные и здравомыслящие люди. Поэтому, Ну, как бы если 18 плюс, значит. Ну, ну, нафига? Мне. Значит, для меня там ничего полезного нет, если мне да. меньше 18. Ну, как бы. Не, если это фильм пианист, то здесь, как бы, готов ли я морально к такому, да. Потому что я могу почитать о чем про что, да. И могу себе представить, что там на 18 плюс могут навертеть, да, и нужно ли мне как бы так загружаться?

а, но ну это все-таки тоже о войне. Но там нет вот такой жести, грубо говоря. Ну там не показаны, как знаете, ну прям бои, вот как там все происходит. А там, ну, это все как-то одним кадром и показывает то, что он где-то постоянно вот находится вот между как-то... Ну там есть, конечно, сцены, да, где он попадает там в жесткие конкретно сцены, блин, ситуации. Mm -hmm. а, ну типа они как-то грамотно расстановлены, то, что там нет такой прям жести-жести. Ну, блин, я не знаю, как это объяснить. А каково было участвовать в проекте «Монастырь» по 18+. Просто мне действительно очень интересно, потому что это такая тоже веховая история, но лично для меня в российском кино, когда его смотрело и смотрит очень много молодых людей. И, на мой взгляд, там правильные вещи транслируются. Несмотря на все запреты, которым он подвергся, этот сериал, да? Каково тебе было там сниматься и работать с этой командой? Хотя бы два слова скажи, интересно же, какие-то инсайдики оттуда. Например, э, я скажу так. Да. Я снимался там только один день. Э, и это был монастырь где-то Вол... в Вологде, да? Наверное, Вологде. Да, 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 да. Да, вот, Вологда. в Вологде был этот монастырь. Я туда приехал на поезде. И, ну, как-то это все... Знаешь, у меня была, получается, только одна вот эта сцена вообще во всем сериале. Да-да-да. И, ну, как-то пришел. Они все, ну, торопились, это же кино, там, иногда опаздывают. Даже не иногда всегда, там, иногда, ну, всегда опаздывают. Ну, да-да. Ну... И редко бывает, когда Конечно, идешь прям вот тайм в тайме. Uh, и, конечно, все там, ну, uh, на стрёме были, все постоянно поторапливали друг друга. Ну, вообще, с Сашей было тоже прикольно поработать. Мы с ним Это сняли... режиссёр? Саша Молочников, да, режиссер. Uh, uh, мы с Сашей Молочниковым, скажи, ей же сняли полностью весь фильм этот. Тогда я, кстати, на этом фильме я первый раз летал в Лос-Анджелес на две недели. Uh, и, да, как-то было прикольно снова встретиться, очутиться в этой обстановке с ним именно. Потому что работая с ним на площадке вот скажи ей, я открыл для себя столько возможно, на, ну, я даже он я даже больше скажу, он открыл во мне а, то, что я даже не знал, что у меня это есть. Да? да но ощущение. Да, то, что он, он как-то нашел а, все-таки мне вот тогда было получается 11 лет и там были довольно-таки психологические сцены, а, где вот надо было ну, заплакать, там слезы и чтобы... Э, я когда готовился, Спасибо. у меня уходило ну, достаточно много времени. Мне нужно было 5-10 минут, чтобы вот подготовиться и вот войти по снагруженным. А он мне в этом помогал. Он... Э, мы с ним как-то... Это дорогого стоит. Блин. Да. Это... Мы с ним как-то вот разго... разговаривали и находили какие-то вот точки, на которых вот можно нажимать, и это как-то выходит из тебя. Просто вот ты просто прожи Прикольно. проживаешь в этой обстановке. А было а, вот было ли какое-то отличие а, при работе с Олегом Трофимом? Ну, вот вы Что оба нет? снимались, ну, то есть. Ну, блин, для меня Гром вся история с Громом довольно культовая и мне очень нравится, как это снято и с режиссерской точки зрения, с операторской, да, но в первую очередь с режиссерской. Как работает Трофим? Он вас что-то из вас вытаскивает? Какие у него методы? Ну, смотря какая сцена. То есть, ну, в основном у нас, ну, именно у меня с Каем были такие какие-то позитивные больше сцены, же, да? Ну Но... такие детективно-позитивные, да? Ну да. И в принципе, ну типа Олег, он, ну вот именно в, в меня что он вложил, типа. Олег с тобой очень хорошо да, работает. Да, 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 да. То есть он мне музыку там присылал. Он, короче, чего, он... зачем музыку? Объясню. Он меня просил, потому что мой персонаж вообще такой свободный, такой неправильный в, про... в плане там, ну как. Как-то сказать. Ну, ты же прототип того. <форкотых> <говорят> да, ну в плане того, что да, да. я вот от Игната именно отличаюсь немногим, но главным, чем я отличаюсь то есть, что меня по-другому воспитали. То есть я более правильный, чем Игнат. И перестроиться, как бы, вот mm. в бустера, в Игната, вот было очень как-то ну, тяжело. Потому что он мне прислал музыку там с преподавателем, я занимался вот перед каждой там съемкой он просил меня как-то полегче быть, ну как-то не париться из-за Да 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 клево вот Ты да. даже даже какой-то не назову это акцентом, скорее это какой-то говор, да, ты с каким-то педагогом даже да, занимался да, да 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 Я занимался специальным педагогом, который э, помог мне где-то за неделю две поставить речь вот как у Кивстонера mm -hmm. Ну хотя mm -hmm. бы похожую Не знаю точно ли получилось это скажут зрители, но вот, похоже речь точно, я думаю, получилась. Но у меня была, вот, вот я когда смотрел, четкая ассоциация с Киевстонером, то есть как, Ну все... и еще мне Киевстонер, я помню, э, Альберта вспомнил. Альберт мне присылал, ну не самый он, то есть мне присылали видео, где он начитывает именно мои строчки. Перед сном я их слушаю. Я уже говорила вот, ну, вот, это вот, в интервью. Ну, такая мощная мощная работа, да, вот. была проведена, я смотрю. Ну, да. ну, вообще, это очень круто. На самом деле, когда режиссер с тобой взаимодействует, как-то да. у вас какое то э, родственная связь, грубо говоря, выстраивается, и вы уже ну, не чувствуете каких-то вот стеснений, знаешь. И вот как-то у вас так все легко получается. И, и вот, как говорил какой-то режиссер, тоже не помню, как его зовут, но какой-то из известных. Он говорил: что если вы хотите, чтобы актер сыграл так, как вы хотите, устройте ему на съемочной площадке домашнюю обстановку. Грубо говоря, если это павильон, то ä, прям вот везде, чтобы были ковры. Чтобы. Ну, как дома. Да, 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 да. чтобы mm -hmm. не было на площадке незнакомого человека. Вот ты знаешь, даже вот до любого вот пост... всех постановщиков знаешь вот гаферов. Всех вот знаешь. И все, чтобы в тапочках ходили, знаешь, Прикольно. все в халате, когда. Режиссеры, которые нас смотрят. Учитесь, пожалуйста. Да, это на самом деле очень круто. Ты себя чувствуешь, реально как дома. Или вот, ну, не дома, даже, ну, грубо говоря, в гостях, но ты в гостях тоже себя ну, не чувствуешь, так как, например, вот, я не знаю,. Ну я понимаю. В театре, где ты да. должен вот сейчас вот рассказать там текст да, контроля. Прости. Потому что тут у меня, я не знаю, по пальцам пересчитать, да, в принципе, по пальцам пересчитать проекты, в которых я снимался, потому что дубляж не отпускал меня из своих мощных сетей, ну не суть. вот, И действительно режиссеры, особенно сериальные, у нас вообще не парятся. Ну то есть, они даже не читают сцену, которую они сегодня будут снимать, ну условно а не знают как зовут актеров, то есть, ну у них есть, да, номер один, номер два, номер три по сцене вот, ты здесь, ты тут, вот, ну давайте порепетируем. то есть говорить о том, чтобы какая-то была создана домашняя атмосфера, вот это вот всего, об этом, это очень... не может... об этом нет, ни... об этом нет речи и мне радостно, ты, что дилета, эта тенденция меняется, нету. Фиг его знает чего там нет, нет огня в глазах, понимаешь? Вот ты сейчас рассказываешь и я понимаю, что вам повезло поработать именно да. с людьми, которые заражены идеей и работают на результат, который у них есть в голове. Есть многие работают на результат... Э, э, о, поступление 100 тысяч рублей. Нормальный результат. Понимаешь, да? Это, конечно, дорогого стоит. И главное, я не знаю, мне сложно судить. Я даже не на равных сейчас с вами, потому что... Я до сих пор, еще у меня ломка, когда я вижу себя на экране, мне плохо. Серьезно? Да, ну в кино, в кино. Вот именно с этого начался мой YouTube-канал, чтобы ощутить себя на экране. Потому что то, что я играю сейчас, и то, что я потом вижу, что получилось, это совершенно две разные вещи. То, что я представляю себе, как я сейчас сыграю, и то, что потом получилось, это... Вот, и чтобы примириться со мной здесь и со мной там, это вот, да, очень долгий процесс, потому что в театральном институте сниматься в кино не учат. Ну, да, 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 не да, да. учили, а, когда вот все мы учили, мы выпускались актер театра и кино, но мы актеры театра. Да, в театр я вошел и тут же стал играть. У меня были большие роли, и все было прекрасно, все хорошо, да. Я понимал законы. В кино я этих законов не знаю. Ну это да, бывает ну, да. такое, ну, потому да. что когда люди, это опять же мое мнение, мы, как сказать, геологи, геологи, исследователи, эти, в общем, иногда бывает такое, то что да, когда, ну мне многие рассказывали, то что когда выходит человек из театра, он все-таки больше, ну театральный актер, потому что он в театре это его обстановка, а в другие законы, да, а кино это как бы не поймите меня неправильно, это тонкость, блин. Ну то, что в театре, в театре это больше, знаешь, ну на эмоциях надо, чтобы зрители же далеко сидят и а сцена маленькая и ты собственно тоже маленький и вот эти жесты иногда бывают какие вот ты показываешь, а кино это что? Ну это крупный план, это ну, ну там бровь просто... дернулась и все уже смотрел. Да, собиралась. это уже все, все видно, да, да это да, все да, видно. Это а в театре это все таки больше, ну мимика. В том числе это. Физика, мимика. Физика, да, мимика, да, да, это все. Это, а да. кино это больше, ну вот как я сказал, это детали. деталь, детали, тонкость, детали, да, вот тонкости. это вот, да. Все. Да, 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 да. Все правильно ты говоришь, все правильно. Как я говорил, да, то, что не играет. Когда человек, вот она просто стоит, ничего да, не играет, Ничего не, это... не делает, да все. Да, ты а музыку в театре... положил, перед этим поставил там кто-то свалился. И все, и все и уже сыграно, да. а человек думает, блин. Я сходил в магазин-то, забыл купить, а там трагедия играется. Да, 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 да есть да, такое. Да. Это магия кино, да, да, да. А как вы вообще в профессию попали? Как вас сюда занесло? Ну, в, в, не сюда, в смысле, а в актерскую профессию? Как так вышло? Это, наверное, от родителей был какой-то посыл, ну, я могу или, или нет? Давай его. Ну, вообще, как именно актерская деятельность у меня начиналась с рекламы. То есть, меня как-то мама захотела Мне кажется, рекламу всех продвинуть. С вот. В съемках рекламы. Да, 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 да. То есть она меня попробовала на какой-то кастинг. Вроде ей понравилось. Ну, я пока не понимал, что за бред происходит. Ну, вот. И потом я в это втянулся, потому что я начал заниматься в театре. Ну, еще давно. То есть я с трех с половиной лет еще в театре занимаюсь. Спасибо. 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 Мне на Спасибо большое. Вот. И... Я семь лет занимался в одном театре, и четыре. 4... год сейчас в другом театре занимаюсь. Вот. И... Ну, вообще мне просто понравилось это. То есть как-то меня мама начала пробовать записывать кастинги, вот это все делать. И... и в театре, и в кино. И мне вот нравилось, Тебе нравилось жить прям, в да? кадре. Да. да? Жить в кадре, жить на сцене. То есть мне нравится доносить, допустим, в театре зрителю там что вот сейчас происходит. Прикольно. В кадре нравится пояснять зрителю. Не доносить, а пояснять даже. Вот. То есть мне это как-то начало нравиться, и я вот из телеведущего решил стать актером. Класс, класс, вот. класс. А у тебя? А, а, а ты как? Впрыгнул. А... <laughs> 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 я снимаюсь вообще с пяти лет. Угу. А, у меня родители устраивали дома, к... ну, не не блин, кастинги. Съемки, небольшие съемки короткометражных фильмов. Ну, они у тебя как-то от профессии, да? <к Ugh> <brainstorming> да, у меня вообще ä, папа по профессии режиссер. Он снимает рекламу. Uh, да, и мама у меня продюсер, она тоже снимает рекламу. Да, спасибо. В общем хороших, надежных. попал В общем, и да, и мне вообще вот... Я тогда не очень хотел в актеры идти, но мне как бы понравилось вот то, что у нас происходит вообще площадка. Я такой говорю, блин, мам, это я в пять лет сказал, а можно также, ну, я хочу уже сниматься в другом кино, не у нас дома. Я хочу попробовать, ну, присниматься, да. А она такая говорит: ну слушай, но это как бы тяжелый труд. Это надо будет ходить на кастинги. Еще не факт, что на каждом кастинге тебя будут утверждать, это все, надо туда бросать, все силы. Я такой говорю, ну блин, давай попробуем. <laughs> она говорит: ну, хорошо. И реально мы ходили. У нас было 12 кастингов на неделе. Воу, воу, сидели в этой толпе, и, да, да. Да, oh и просто этот путь надо реально пройти. Надо пройти. И. Да. И только потом, вот из 12 кастингов один или не, иногда даже не один, нет, просто нет, ноль, нет, может одного, быть, да. да. А может быть и три, может быть, два, как повезет. В общем, и. А я все. Я уже. Я же привык сниматься, ну, вот. И тебе не надоело матрашках. вот так вот ходить, сидеть, нет, там, Нет, Мне это нравится. Блин, офигеть. да И а. как вот тебе с автосервисом? Вот да, тебе да, это да, нравится, да, мне да. также с актерством. И а, прикольно было то, что дети, которые туда приходили, они. Еще не имели э, опыта такого в съемках, а у меня же уже проходили дома какие-то короткометражки. И мне, знаешь, мне мама всегда говорила вот так: Короче, Кай, ты уже всем понравился там ты уже просто, ты идешь уже на утверждение. Это в рекламе. Я еще был маленький-маленький, 5-6 лет, знаешь. И мне говорят, ты уже идешь на утверждение. Это они просто хотят с тобой познакомиться. Я уже, знаешь, я уже приходил Расслабленный, туда, нормальный, Расслабленный, так, да, короче. Всем привет. Меня зовут Кайгец. Ну, оно и надо. Оно-то, наверное, и надо. Да, и, блин, я так благодарен этому, потому что я реально, я брал кастинги только из-за этого настроя, блин. Мама молодец. Да, мама, спасибо. Это реально, это это прям очень круто, на самом деле, как Хороший это. Хороший лайфдумает, да. Хороший. То, что ты приходишь, а все, знаешь, я не понимал, почему все приходят, стесняются, так знаешь, кто-то там такой замкнутый. Ну потому, потому что надо покорить, понимаешь, да. а ребенок не знает, как ему покорить. Я всех брал этим, знаешь. То, что ну, я такой приходил. Блин, знаешь, это круто, такой, да. все. У меня же тоже две дочки, им 7-9 лет, и они сейчас тоже мега заняты. Одна дочка в непоседах, а вторая дочка балетом занимается. И они Кайф. Вот целыми днями и озвучивают тоже. И вот. и съемки какие-то у них есть, И вот это, кстати, очень крутой лайфхак, что, mm -hmm. ну, как бы такая, это oh, не вранье, это такой, да, такой легкий, а, как бы такой ход, mm -hmm. чтобы расслабить. Я все думаю, блин, как же мне так ей сказать, чтобы мы вот эту самопробу или визитку записали так, чтобы она была, ну, она yeah. же классная, блин, она не боится камеры, когда мы дома там что-то снимаем, опять mm -hmm. же, да, у нее все круто получается, а как только я, блин, приходим там сюда, я нажимаю, давай. Блин, и все Ой, папа, я не то сказала. И все, ну, Блин, Я начинаю уже переживать Не ну, знаю инструментов, как же это сделать -то? На самом деле, вот, э, все думают То, что если вот актер записывает визитку Он, знаешь, он как профессионал Делает это с первого раза так. И сразу прям, знаешь, несмотря Отсылает это на кастинг так. Нет. А нет, 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 так, нет, так, нет Так, 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 это нет. интересно давай, что... давай, давай, давай Потому что ты, когда записываешь визитку Знаешь, такой, садишь такой Здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Кайгец, мне 15 лет. Так, блин, забыл сказать, я актер. Сейчас Надо сзади, можно еще так, раз. раз. <laughs> так, да, и потом, знаешь, и ты эм, и понимаешь, что ты записываешь, записываешь, заходишь в фото, и тебе там такое, знаешь, ваша память заполнена. <смех> <смех> Реально, знаешь, купите там дополнительную, <laughs> <у меня смех> версию. Да, да, да. И да, ты да, такой, да. знаешь, ты начинаешь листать. И там дубли 50, наверное. И знаешь, и везде ты уже знаешь почти там что-то сделал. Да. Там. А как ты определяешь, что он идеальный? дубль? А идеальный, ну, когда ты чувствуешь, что он идеальный. Ну, типа, знаешь, даже не, не так, что чувствуешь. Ты, ну, записываешь. И там... Меня зовут Кагец, я там профессионально плаваю, танцую в стиле хип-хопа, брейк-данс. Снимался в каких-то таких, -то, таких -то проектах. И там, знаешь, например, снимался в художественном фильме ⁇ Скажи ей ⁇ такой, знаешь, и остановка такой, нет, надо перезаписать. Так, скажи ей, художественный или какой? Так, думаешь, знаешь... Ну, точно не документальный. Так, да, и потом, знаешь, дальше, и еще раз там, знаешь, катаюсь на скейте. Блин, забыл, что я здесь катаюсь. И это реально... творческий процесс Да, это, блин, 30 или 40 уходит на это. Вы не думайте то, что это с первого раза все делается. У тебя тоже, Володь, не Это тратится, и реально, у меня самая долгая визитка, я писал, наверное, час-полтора. Это только одна визитка приветственная. теперь буду 10 дублей делать. А все, что не получилось, все в ТикТок Да-да-да я, да, что... я даже в Инстаграме выкладывал сторис, Где я э, делаю коллаб неудачные И дубили, да, неудачных да. дублей а, ну, Это, это клево, да, да интересно да. Ой, там, там, рода. там можно было коллабов этих делать Просто <laughs> во, вообще А ты тоже долго-долго пишешь, да? Самопробовать? Нет, Самопроба? Ну, мне присылают дубль, то есть, ну, кастинг Я там запоминаю текст э, Ну, допустим, в основном Мне вечером присылают и то есть вечером мозг у меня не знаю почему у меня с какого-то времени мозг начинает хуже работать. Ну типа я мне тяжелее запоминать текст вечером, чем днем. Вот. И я то есть как-то все запомнил, начинаю писать. И если я ошибся, ну то есть это все нет, надо заново. Записать. А у меня по-другому, кстати, и... немножко. Можно это? Так... Да, да, говори, я просто сам себе. Вот. Ну я не знаю, как у Кая, у меня Идеальный дубль ⁇ это тот, который получился самый первый. Ну, вот, допустим, были неправильно, 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 вот получился. Да. Дальше, я не, дальше я не буду записывать, но только если я вот записал дубль и мне там что-то не понравилось, я могу его перезаписать. А если мне все понравилось, то нет. Потому что я записал, и если я понимаю, что все записано, я начинаю уже расслабляться. И то есть дальше no, no, у меня не no, no, идет no, no, no. работа. А, я понял. И поэтому первый, который у меня хорошо записался, то я его отправляю. Прикольно. У меня тоже, я тоже актер первого дубля. В дубляже. У меня вот первый дубль он всегда самый какой-то правильный. Сочный, ну, да. правильный в, в плане психофизики, действия, наполненности Блин, это вот этого всего. А дальше уже хуже, 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 напорней. Деле... И все. На самом деле, знаешь, я когда сажусь, вот я лично когда сажусь писать визитки. Я всегда откладываю, потому что я понимаю то, что я, ну с первого дубля я сейчас не запишу. Это как минимум нужно дубли 10-15 реально потратить, да, потому что я с первого раза точно не запишу. И вот как вот сказать, ты вот первый запишешь и отправляешь сразу. А у меня вот первый вот я хороший сделал. А я думаю, а вот я еще один запишу, вдруг лучше получится. И, по, и понеслась. Да. Сбивки, сбивки, сбивки. Бля, да, это, и это, в блин, итоге, да. первый-то? А, ладно, сейчас сделаю Я опять. Я первый специально сохраняю в избранное, чтобы был. Да, да, да. В общем. Сердечко. Да, сердечко вот это делаешь в избранное, чтобы было. В общем, да. Но потом все равно получается какие-то, ну, еще два там, например, хорошие записал, или вот у тебя И потом уже выбираешь. Три из пятидесяти. Мама, у меня два хороших дубля. Какой взять, этот или этот? Ну давай на камень ножницы. Три дубля из 50 хороших, и ты вот выбираешь, например, какой тебе больше нравится, ну, пусть этот будет. Здесь я более-менее лучше сыграл, чем вот здесь вот. Да, ну, то есть сейчас мы вот как раз и э, открываем эти секреты успеха актерской профессии. Ребята, мотайте на уст тех, кто хочет попасть в кино, что, да, как нужно подходить к работе, даже начиная вот с этих самопроповизиток. Слава Богу, они появились в нашей жизни, чтобы не сидеть в этой толпе кастингующихся и тратить на это полдня. Это пипец, я вспоминаю, это жесть. Именно Поэтому я не ходил на кастинги, и не снимаюсь, и не снимался. Потому что это куча времени. Иногда полдня сидишь на кастинге, а не факт, что тебя утвердят. Ну, конечно. Да? вот Это, это же да. это ужас. Нет, ну, на самом деле, даже есть некоторые дубли, я вот вспоминаю. То есть, включаешь там, выдохнул, ну все, поехали. Стоишь. Ну ладно, все, выключи. Я не знаю, почему. Не пошло. Не идет. А ты, кстати, говор... где-то ты говорил, что ты очень хорошо запоминаешь текст. Я х... Да, действительно, я хорошо запоминаю текста. Э... Забыл, что хотел сказать. Ну и все. Я хорошо запоминаю текста. В основном это стихотворение. Потому что у меня стихотворение, там, басни. У тебя фотографическая память или действенная? Ну, то есть ты читаешь Фильм. сразу... Ну, фотографическая, это вот слух... ты видишь э, слова я и запоминаешь. Себя, мне нужно приятно. видеть текст. Либо... Я не могу на слух запомнить. На слух у меня... Не не нет я имею в а. виду фотографическая. Ну, вот он написан, ты его видишь, прочитал, запомнил, да? Либо ты, когда читаешь, понимаешь, что там происходит и де действует. Нет, в основном написано. я... Ну, во-первых, сначала мне дают, допустим, текст какой-либо, либо это стихотворение, я должен прочитать его. Uh, ну, так быстро для себя, не вдаваясь просто, проанализировать о чем, да. чтобы понимать хотя бы. Вот и потом я, допустим, прочитал там две строчки и начинаю их повторять. Повторил и еще четыре. Ну, еще Я две, также Вот и... у меня так же, да. блин, Если, да, если повторяется, значит... то еще две. Но ну, у меня работает, потихоньку. да, уже хреново, потому что есть такой э эффект Прозоровского. У нас есть один очень уважаемый актер-дубляжа Никита Прозоровский. Голос вы его знаете по-любому. Он у меня был на подкасте про Велму Скубиду. Можете глянуть, там зайти. Ну, не суть. Угу. Вот. И он а, тоже снимающийся актер. И у него в связи с его профессией, актер-дубляжа основной, а, возник такой синдром. Он не может, запоминать текст потому что мы читаем очень много текста когда работаем да прям пачками сотнями mm -hmm. страниц то есть прям контент очень много и мозг адаптируется и перестает э, ну там перестает откладываться я mm -hmm. прочитал текст я даже вот когда дочитал не могу вспомнить про что я прочитал так еще раз ну вроде понял смысл а вот о чем и вот так вот, понимаешь, mm -hmm. и сидишь, втыкаешь, и я не могу, у меня жуткий мандраж. Когда вот меня стали, э, сейчас дубляж стал уходить, и я стал сниматься немножечко. Mm -hmm. Ну, там кастинг, здесь кастинг, вот, ну и вроде что-то получается. У меня жуткий мандраж и нервы от того, что я, я даже одну сцену запомнить не могу. Mm -hmm. Вот что делать? У вас такое было? У меня такое было. Я начну... Там же огромное количество текста в вашем фильме. Как вы его учили? Как это? Uh, ну вообще, вообще, вот uh, мой способ запоминания, это я читаю на ночь все. Вот я, знаешь, я вечером, вот перед сном, реально, вот вместо того, чтобы сидеть в телефоне, в Тиктоке, там просто вот сидишь, читаешь текст, что-то там, ну даже не запоминаешь, просто читаешь текст, кладешь его под подушку. Работает. Работает идеально. Вообще. Ты встаешь утром, все, почистил зубы, и вот все, за завтраком, прочитал его опять ты его уже почти весь знаешь. А, офигеть. Да. Какой ну, если быстрый? там достаточно, ну, если там два листа, например, ну и не все твои там, ну там у тебя есть фраза, но ты его уже весь практически знаешь. Тебе а ты просишь чуть -чуть маму, чтобы она тебя бросала, или как? Да. И как вы учите диалоги? Нет, диалоги никак. Ну, типа, я, знаешь, вот... Ты а... просто свой текст запоминаешь, да? Да, свой текст запоминаешь. Ну, не знаю, вот у Кая такой способ у меня, я вот, допустим, перед сном прочитал один раз, не под подушку, не положил, просто прочитал. Не выдавайся, просто прочитал и все, отложил. Потом утром проснулся, ничего не делая, не вспоминая его. И в момент, когда ты едешь на съемку, там сам едешь или тебя везут, ты еще раз читаешь текст. И это работает в плане того, что мозг начинает э, из-за стресса быстро запоминать. Да? Потому что а на меня, меня еще сильнее накатывает, я приезжаю. Блин, две фразы. Снимаю. Стру, сериал «Струны». Вот. Ну, такой хороший сериал, да, там четыре, сколько, немного серий. Вот. И в одной из них я... У меня две строчки. Две! Я сижу, я даже умудрился забыть вторую строчку. Давайте второй дубль. Ну, это значит, знаешь, это иногда бывает такое, когда у тебя есть две фразы, это я, конечно, тоже иногда на это ловлюсь. Ты знаешь, расслабляешь. Ну что там? Ну, две фразы, господи, Да, можно и на площадке, знаешь, выучить. А потом ты такой, знаешь. понимаешь что это важная съемка, ты блин, сидишь, знаешь, учишь эти две фразы уже, знаешь, да, 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 на да, 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 на ну, да. 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 В общем, ну да, такое Понятно. тоже бывает. Да, да блин. С да. этими текстами это, конечно, жесть. А, так. Да-да-да, ребята, спасибо огромное. Привет. Ух ты. А, Софи, привет, Софи. Наверное, Саша пропустил мой донатик, но... Не пропустили, мы не, ничего старались не пропускать. Привет еще раз, хотелось бы узнать, есть ли у мальчиков роли, которые бы они хотели сыграть. Меньше трех. Меньше. Меньше трех. Ты не знаешь, что меньше трех. Блин, круто, меньше трех сейчас. Ну, правильно! Я хотел проверить, все ли правильно у нас. Вот, да, да, да. Нет, ну, я вообще. Вот раньше я хотел там, когда были роли, я хотел там. Хорошо. Это что такое было? Это типа капелька такая. Ты сам сделал? Нифига! Это меня научил один постановщик. Вот. О! Да. Вот так? Ну смотри, ты делаешь одновременно. Давай. Ну ладно, я потренируюсь. Прикольно. Да, это прикольно. Про что мы говорили? Какую роль ты бы хотел сыграть? Нет, я вообще сейчас именно хочу сыграть вообще любую роль, потому что я хочу себя попробовать и, допустим, в детективе, и в фэнтези, и в хорроре. В хорроре, кстати, я очень хочу попробовать mm -hmm. себя. Не знаю почему, но мне вот нравится этот жанр, и хочу вот посмотреть, как, же, как бы я сыграл. Да. 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 Вот. Кстати, оно сейчас мой не самый любимый фильм. Да. Я нашел. Кладбище лучше. домашних животных? Нет, нет, не хоррор, я нашел. А. другой фильм: Советские летят журавли. Вот мне очень понравился, прям. Вкусняшка. Очень знакомая? Советский, там про, Знаешь, про, баталов, про Войну. Летят вот журавли, да. Вот у меня, у меня, брат, наверное, смотрел. Там эта классическая сцена с этими крутящимися Ж... березами, там, а, да, да? да да? Да, да, да. Которая такая культовая, и от нее прям. Ну, как эффект Кулешова со стаканом, ну, вот это вот все. У меня брат, на самом деле, очень сохнет по советским фильмам, реально. Вот знаешь, где там советские танки есть, знаешь, такие, вот он прям вообще их обожает. Mm -hmm. Я не знаю, да, он вот прям вот реально любит, он, это он кстати, мне посоветовал «Азори здесь тихие посмотреть, потому что я такой, ну, блин, ну, ладно, что там брат посоветовал, ладно, посмотрю. Я смотрю, реально крутой фильм, блин. И вот, и да, и в основном, вот всякие вот старинные советские фильмы, он мне советует. И в принципе, я даже ему благодарен за это. Потому что Дикольно. я очень много. Хотя ему 12 так лет. Так а сам ты бы 12 лет? 12 лет! Он, он младший. Старт, да. А. Мне 15. А, да, а ему 12. Ему 12. Да. 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 Отлично. Да. Вы с ним, наверное, бро-бро? Ну да. не или совсем. нет? Или иногда бро-бро, иногда так. Ну, как обычно, я понял. Как а ты что бы хотел сыграть? <с 140> я не знаю, может быть какой. Ну супергероя практически ты уже сыграл. Ну, ну, блин, вообще я все-таки люблю драматические фильмы. Какую-то драматическую роль сыграл? Да, вот драматическую роль, наверное. А в качестве кого там главного героя, который страдает, или какого-нибудь злодея, вот, или наверное, наоборот добряка, какого-нибудь положительного? Блин, наверное, вот который страдает. Да. Да, наверное, остров проклятых с Леонардо Ди каприо. Очень крутой фильм, реально. Я бы очень хотел бы сыграть. Вот мне там -то моя того, любимая... кого играл Ди каприо. Да, там моя любимая сцена. И прям до слез, я реально, когда я его пересматриваю, это просто это невозможно сдержаться, где он э, идет по речке к своим детям, вытаскивает, это просто обалдеть. Ди Каприо был вообще. и в моей тоже жизни, я его писал в «Отступниках», очень мощный артист. Очень скорее, крутой. Такой. Прям вообще, да. О мой гад. Да. Вот такие вот О, такие истории. А? Борис Новиков. Борис Новиков. Вы знаете Бориса Новикова? Нет. Просто. Нет. А Там Борис Новиков. Вопрос к Вове. Поэтому... О! А, да, да, Борис Новиков. Борис, привет. А, ура, успел. Да, он говорил, что он не успеет, но успел. Добрейшего. Парни, раньше актеров дубляжа, а раньше актеров дубляжа фильм видят переводчики, а он переводчик. Борис Новиков переводит очень много больших фильмов. Mm -hmm. Переводил, переводит и сейчас тоже. Вопрос к Вове. У твоего героя в Громе очень яркий. Ворог трудно было освоить, как это было. Это наверное, самый популярный вольный да. вопрос, да? А, да. <laughs> ну и мы уже об этом все не говорили, но ладно, давайте повторимся. Вот, нет, на самом деле я занимался с преподавателем, и Альберт записывал видосики. Ну, и вначале мне казалось то, что, да нет, пф, легко, сейчас там за ну, день все сделаю, там чё, ничего сложного. Mm. Вот, а когда ты сидишь на занятии, и тебе, ну, Дима звали моего педагога, и он, Дима говорит, типа, вот открывай там слова, и открывай слова в интернете все слова на букву «г». И типа, ну, и читай их вот. Как с «г»? Словарком. Груша. Да-да-да, вот это да, вот. Ну, вот, научи вот, меня, как как вот, ну, как это, что надо а... «г» меняем на «г», да? Да-да-да. Г, там, ше, че наверное, ше. Ну что ты говоришь? Что вот ты, ты говоришь? Что ты говоришь? А, ну понятно. Что-то такое, что-то такое. Ну то есть такая свободная речь, типа не. Расслабленная, знаешь, что ты типа ты не стараешься выговаривать слова. Это вот самое сложное для меня, на самом деле, стараться не выговаривать слова, потому что я привык их выговаривать. Ну это очень круто, потому что да, у меня иногда бывает когда я иногда, знаешь, так, я когда не задумываюсь о чем-то вот в своих мыслях, я могу... Я могу вот так ответить, знаешь. Отвалить от меня, да? В общем, да, ну иногда такое вот у меня бывает, и поэтому это на самом деле лучше, Хорошо говорить и стараться да, не уметь, хорошо говорить. Да, но уметь да. не выговаривать. Но иногда это бывает проблемы, когда меня зовут, э, особенно переозвучить какую-нибудь роль в русском фильме. Или какого сыграть пьяного какого-нибудь. Ну, с пьяным попроще, даже. А вот, да, потому что я прихожу переозвучивать какую-то роль в русском фильме, а все остальные говорят за себя. А все остальные ты не актеры дубляжа, понимаешь? А я-то уже привык говорить вот так, да? А все остальные говорят... Попр... И не режи... И режи... Да, режиссер говорит, ну давай попроще, как в жизни. Я говорю, товарищи, я вот так в жизни разговариваю. Как попроще. Это самая сложная для меня задача. Ну ты типа глотай окончание. Я не могу глотать... Окон... Как это? Окончание. Что значит глотать окончание? Ну понимаешь, да? Ну это, это очень с... круто. Это сложно. Деле. Это вот, наверное, самая сложная задача для актера дубляжа – сделать просто. Но это уже про определенная. А ты долго а, вообще сам этот процесс освоения в вот интелли? этого говора? Да, две, две недели, недели. Я его тренировал. Ну да, да, две недели, по-моему, прям перед съемкой. Ну это немного, раз. немного. Потому да. что мы быстро пытались это сделать. У меня был опыт э, с не с говором, а с акцентом. Сомалийский акцент в «Капитане Филлипсе», если смотрели фильм, очень mm -hmm. клевый. А, там этот самый это, э, Форест Гамп, как его? О, Форест Гамп, я смотрел. Главную роль, как его? Не помню, как его. Сейчас. Yes. Ну, Форест, Гамп, я Форест Гамп, да. Мой любимый фильм. Блин, у меня с именами проблемы Как его зовут, боже? Да, Том Хэнкс. Том, Том, Том Хэнкс, Хэнкс Да, он там главную роль играет. И там Гамп. были с... А, нет, нет это да, Харрис какой то попал. Да. <связь> Молчание золота. <связь> <Да. связь> <связь> <связь> вот, у меня были акценты. А, фильм Король с а, Робертом Паттинсоном. Я его Патинсона почти во всех фильмах писал. И вот это была очень, на мой взгляд, яркая роль. Фильм Не король ц... говорит. Нет, король говорит другой. Mm -hmm. а, фильм Король, где он играет французского короля, но очень такого поганистого. И он говорит. С французским акцентом. Oh, вот это вот. Да? Uh -huh. И тут как бы не скатиться в какой-то там, может быть, еврейский акцент или в какой-то южный акцент. Но это, это очень тоже сложно, да. да. Но, но говор, на мой взгляд, сделать еще сложнее. Потому что, да, вот когда люди приходят э -э -э учиться на актера дубляжа там, или какие-то курсы, и вот те, у кого говор, это очень тяжелая работа. Исправить типа, говор, исп... Убрать его. Это очень сложно. Потому что меняется редукция слов. Слово это то же самое, но меняется э, соотношение сторон в звучании гласных и согласных. Но это короче, это, ну, короче, знаешь, это как, этот, как я вспомнил анекдот один. Э, вот объясните, пожалуйста, как вы с таким дефектом речи смогли попасть на телевидение. У вас что там, Блад? Ну почему блад? Сестла. Блад, да, 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 да. Кстати, по поводу, возвращаясь к Грому и по поводу озвучки, там были моменты аниме-вставочек. Да, Итак, О, да. Кстати, очень стильные, очень клевые. Да, прикольно. И Артем Габрилянов говорил, что хочет вообще отдельно сделать проект, да, аниме он... такой. Да, он говорил, ну, мы ничего не знаем. Я понял. А если бы вас позвали озвучивать... С радостью вообще. С А как вы себя озвучивали? А себя, конечно. Да. Я... Он весь фильм озвучил. Да, я весь фильм весь переозвучивал. В трудное детство. Да, весь, весь фильм. Весь фильм. <laughs> а, потому что, я скажу, почему... <laughs> у меня в начале фильма, когда мы снимались, за лето очень сильно сломался голос. <laughs> и так как и был в каких-то моментах... А... Нечеткости. нечеткости, да. Мне надо было... А, ну... Своим голосом сейчас сказать, а он у меня уже сломался, ну, он стал, ну, более низкий, низкий чем тогда. Конечно, да, да, тот да. голос у меня уже был, ну, э, как ты это называешь, песклявый. Да. Вот. И, кстати, довольно-таки он все-таки не сильный был песклявый, но, тем не менее, мне надо было переозвучивать все. А, и да, я все переозвучила. А ты переозвучила Я переозвучила только, где были неточности, но это было трудно, потому что у меня не так сильно сломался голос, но вот именно если различать тот голос, который был в марте, мы снимали, или в апреле, помнишь? А, апрель, по-моему. В апреле. Да, по-моему, в апреле. В апреле и сейчас, вот на момент, когда переозвучивание было, кардинально разные. То есть мне приходилось как-то выше говорить. Да, 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 мне тоже приходилось, да, потому что мне говорил Олег то, что, эй, Кай, зачем ты так боишься, давай повыше делать. Ну, ладно, давайте, погнали. Подожди, блин, Олег, ну как можно? Ну, то есть опыт у вас есть. Да, и, ну, хотелось бы поучаствовать в озвучке, допустим, в я вспомнил историю одну. Мне, когда было 12 лет, меня приглашали на озвучку э, Снупи, э, вот этого э, Брауна, который... Да, э, да, да. Это бывший Фокс, по-моему, делал этого Снупи, там э, Андрей вот. Петров, да. Вот, и на кастинг меня даже приглашали mm -hmm. туда. Да, но... Mm -hmm. Mm -hmm. Не ну, а взяли. Вы, вы в озвучке что-нибудь что делали вот в такой классической... Да, плакал. Отлично. <laughs> а, <нет>. отлично. Я <laughs> <laughs> начал плакать. <laughs> да, плакал. <laughs> не, ну почему... Что а, теперь я? Этот, а, ну, типа, я ну, не, не, понял, не понял вопрос, типа, что а, делал Ну, я имею в виду, ну, работали в озвучении? А... Ну, в плане... В этом фильме или вообще? Нет, нет, вообще, в целом. Нет? В целом. нет? Не да разу не озвучили? хотели попробовать <laughs> на Дим Димыча фиксика, <laughs> но там что-то звезды не сошлись. Вот. А так вообще нет, я ни, ни раз не работал. Ни раз не работал. А ты? По-моему, что-то я все-таки озвучивал. Но что? Не помню. О, это уже говорит о том, что ты да, что ты просто. Ну мы, кстати, с Вовой Мы, кстати, озвучивали восход Анубиса аудиокнигу. Да. вот Если это считается? Ну да, конечно. Вот и это тоже мы озвучивали, да там, ну, там текста было мало, но, тем не менее, мы озвучивали. М -м. Ну аудиокниги это да, отдельная история Потому что я не так давно тоже Начал озвучивать аудиокниги Буквально вот, ну совсем недавно По сравнению с тем, что я 20 лет Озвучиваю в классическом дубляже Книги я, там год или полтора-два назад Только начал это вообще Другая вселенная, там другие законы Там все по-другому Но м -м, да, дубляж это такая Отдельная история И для меня, кстати, очень странно Что актеры дубляжа очень мало Озвучивают русских мультфильмов Потому что вот если посмотреть, да, то в основном берут людей из театра, кто-то снимается в кино, то есть вообще это отдельная индустрия. Да, например, вот в иронии судьбы даже ирония судьбы или с легким паром, uh -huh. вот который Андрей мехов э, уехал в Питер, uh -huh. вот эта девушка, она же с сильным акцентом была, да, да, ее переозвучила, вот эта девушка, которая, она сыграла там эпизодическую, да, 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 роль, да, да. это тоже меня очень сильно удивило, и еще меня удивило. А в каком-то моменте, вот, в фильме «Холоп» Милоша, да, Бикович его, по-моему, зовут. Бикович. Милош Би Бикович, Бикович, Бикович Бикович. Бикович, да, по-моему. Вот да. он его тоже, по-моему, кто-то переозвучил. Переозвучивал его этот, забыл. Буквально недавно мы э э делали пробы на сериал, в котором Бикович Бикович снялся в главной роли тоже, о, да. и как-то его. Да, и это не актер дубляжа. Мне назвали его фамилию, я его не знаю. Это какой-то театральный артист, что ли? Ну, все-таки факт в том, что его переозвучивали, Это тоже круто. Конечно, конечно, да, да, да. Порой озвучание актера дубляжа меняют чуть ли не всю структуру фильма благодаря переозвучке. так, папа, пара, Так, это я, да. Никитри, uh, стоп, продолжение про 18 ну, как-то эта тема очень трогает. Uh, играли ли вы игры, типа Одни из нас два, где жестокость зашкаливает по меркам всего вообще? Если нет, есть ли желание? Чего? Ну, одни из нас Last of Us, вот эта вот игра, а, которую я тут недавно не стримил. Так, Серьезно? Да. И очень даже неплохо получилось. Да. Я очень коряво тыкался там во все эти двери, но нет, так... я, я даже не играл. На четыре с половиной часа меня засосало там конкретно. Здесь, да. да. Вот, это было необычно. Ну я, блин. Ну в целом, в целом, отвечая никитрию ребята уже говорили еще в самом начале, что они не очень играют в компьютерные игры. Ну, ты играешь uh, в, ну, в какие-то сетевые, такие игры. Ж жестокие, вот как там, Да, да, да. пишет, да, такие, no. ну, ну, а ты плане, считаешь не... то, что CSGO это добрая игра, такая семейная, нет, да? Нет, это не семейная, но там, как бы, не так это все разворачивается, как, допустим, в различных других играх. Ну да, если нет такой Там ты убил, там нет. Такого типа кровь вливается. Ну, там нет зацикливаний на этом, да. Крика, а вот этого там там убегали собаки, разлетались птицы. Ну понятно, драматическая составляющая, которая влияет на психику, да. Атабек, 100. Спасибо за ответ. Ждем в еще более крупных проектах. Спасибо. Александр, 200. Кай, это тебе на Диснейленд. Спасибо. Николай, 100. Здравствуйте! Стрим Боба. Здравствуйте, стрим Боба. Это что такое стрим Боба? Не я не, не знаю, я тоже не знаю. Может ли Кай передать привет Диме Гилеву, видимо, Диме Гилеву. Отлично. Дима Гилев, тебе привет. Учись хорошо, если ты в школе, если не в школе, то успехов в жизни. Да. Скажи, вот скажите мне, я часто задаю тоже этот вопрос и Актерам дубляжа, которые ко мне приходят, вы, кстати, первые а, актеры кино, которые у меня посетили мою душную кабинку, мою актерскую курилку. Да почему здесь не душно, здесь классно. Да. Ну это клево, Да. Уютненько. Спасибо. Спасибо. смотри, вот мы как-то тронули эту тему немножечко, да, по поводу того, что вам очень нравится то, что вы делаете. Я так. считаю, что это очень круто, потому что я же тоже из актерской семьи, mm -hmm. и в какой-то момент меня родители начали задействовать в разных спектаклях, каких-то вот своих делах театральных, да. Мы ездили там и за границу, и по всей стране, и очень много с гастролями. Казалось бы, романтика, казалось бы, круто, да, но я возненавидел эту профессию. Да. Да. именно в вашем возрасте. Но я не знаю, потому что не знаю почему. Гас, ну, гастр... Потому что, ну, надо было yeah. репетировать, надо было Лейп, играть. Типа. Я не знаю, что это было. А родители заставляли это делать? Ну, как бы, ну не то, что там не сделаешь, там не будешь что-то там не uh -huh. пойдешь, нет. Но как бы надо было. Надо было, да? Да. Но... Нету такого вот какого-то противостояния, нет? То есть прям это действительно реально нравится, и прям вот вы хотите посвятить этому жизнь? Ну... Или. Вообще, да. Да? <laughs> да. Я планирую дальше стать актером, желательно известным, mm -hmm. чтобы были классные проекты. И вообще. Для меня это уже, ну блин, я в этом живу, потому что это мне безумно нравится. Ну, и я достаточно в этой сфере уже давно, 10 лет. И а. мне вот каждый новый проект это каждый новый опыт. Это ты. С каждым проектом ты, грубо говоря, набираешься нового опыта. И каждый новый проект это какая-то часть новая открывается в тебе, которую ты не знал, например. Но это очень круто, интересно, и. Блин, и... Позна... познавающий познавательный <знавательный> познавательный ну, да, да. да ну то есть определенный опыт а ты не мне вот тоже хочется стать актером там я все это люблю делать но иногда мной руководствуется лень то есть я действительно я как ну любой наверное творческий человек спасибо как любой творческий человек я наверное много слишком много ленивый то есть я очень ленивый и, и... слишком часто ленивый да слишком часто ленивый то есть зачастую в последнее время прям очень Потому что, когда присылается много проектов, ти ты типа ура, вот час там что-нибудь будет. А когда один проект там, допустим, в неделю, ну, уже как-то расслабляешься, и, допустим, присылается новый, и вроде его и лень записывать, но и хочется, чтобы взяли. <свестна> и типа, ну, лень мне прям мешает. Вот, очень сильно. Лень, это вообще такая штука. Я вот тоже ты сейчас говоришь, и я вспоминаю себя, я тоже был жутко ленивым человеком, и, наверное, отчасти поэтому я и не полюбил тогда эту профессию. Хотелось вот раздолбайствовать, гулять, ходить там на рыбалку, я не знаю, да, как так вот, проводить время. Да, но могу вам сказать, что где-то. Вот я не мог определиться, кто я и что я где-то до 21 года. И очень круто, что вы сейчас определяете себе цели. Это правильно. Вот. И вот эту лень, ее надо трансформировать. Это же тоже энергия. Лень ⁇ это энергия. Поеду. Нужно трансформировать, нужно определить для себя какие-то триггеры, цели маленькие помимо глобальной цели я хочу быть актером хочу быть известным актером это очень важно это, ну как бы мысли они материализуются это действительно так вот но нужны нужно разбивать это на маленькие цели и их достигать и тогда ты будешь чувствовать удовлетворение и желание двигаться дальше просто если ты будешь где-то там в космосе иметь цель стать очень известным артистом блин ну не двигайся. Ну я пойду к ней. пока полежу. Да да да. А да, цель да, у да. меня есть, вон она, как бы ее видно, все хорошо, я двигаюсь к ней, я скоро mm -hmm. буду, брат, сейчас посплю чуть-чуть и буду. Вот. Во -во -во, рука уже потянулась, а... смотри, смотри. А... Разбить это все на маленькие цели, потому что потом не будет времени на то, чтобы учиться и делать шаги. Просто я столкнулся с тем, что я просрал кучу времени. Да, я мог бы научиться очень многому. Я мог бы вот познать вот это вот, да, хвататься вот за вот эти вот крючочки. Это очень важно, блин. Вот, и потом просто очень тяжело, очень тяжело, потому что, ну, тупо не хватает времени. Я бы сейчас рад учиться еще чему-то, пойти бы на курсы, я не знаю, до киноактера, чтобы мне рассказали эти вот э, э, петельку крючочек, понимаешь, в кадре. Но нет времени и возможности. Я бы хотел бы пойти на кастинги, чтобы стать известным киноактером. Нет времени, да, потому что это все время, это все энергия. Оно сейчас у вас есть, его много. И тратьте его, я не знаю, сделай свой канал, если тебе нравится себя изучать в кадре, да. Кастингов-то миллиард приходит. Тренируйся писать эти пробы, самопробы там и так далее, да, делай кучу дублей, изучай себя, как-то, да, чтобы совершенствоваться и расти Вот, я думаю, это так Так нужно как-то поступать Я пропустил какой-то донат, прости да, выше, выше. Блин, вот я подлец а. Теперь немного это? Есть хорошие фильмы, да, но их да, мало да. Подожди, Александр Трем 200 отправил 1000 Александр Трем, прости, пожалуйста прости. Сейчас я исправлюсь прям вообще Всем привет, спасибо вам за трудное детство Фильм спасибо. получился классный Но короткий, вот да, короткий но, но снят но... отлично, да. Желаю вам всего самого наилучшего. Попытался посмотреть Брахмастру, но мне он не понравился. В Брахмастре это вот вышел недавно фильм индийский в стиле супергеройки, где я писал главную роль mm -hmm. на Кинопоиске. Сейчас вышел. Не знаю, мне понравился. Он такой какой-то прям позитивный с песнями этими индийскими станциями, все как бы вот по знаю, классике. Смотрел, надо Посмотри, прикольный, okay. смешной, там очень крутая графика. Там очень вбухно, много бабла во все вот это вот и весь этот интертеймент и трюковость. Вот, э -э Попытался посмотреть, да. А насчет русского кино есть хорошие фильмы, но их мало. Ну, в общем-то, ну, это классика. Вот. Это база, док. База. Робин Бобин отправил тысячу. Спасибо большое. Читаю. Сори, блин. Теперь немного о фильме. Просматривая трудное детство, я поймал себя на мысли, что между Владимиром и Киевстонером не вижу никакой разницы. Настолько органичны они, в роли... Органичным они в роли бустера. Ну вот и я тоже, да, отметил это, что вы и попали прям вот оба в очень крутой каст. На самом деле, на самом деле, раскрою секретик. Так, так, так. Все было не так. Ну да, с одной стороны нет, с другой стороны да. Когда я пришел на кастинг, я пришел с такой мыс мыслью, то, что Тихон, о, он такой весь из себя строгий, он не делает лишних, ну, то, что не должен делать, он никогда не хулиганет, он правильный, и в детстве он тоже должен быть правильным мальчиком, такой прям, ну, их, ну, такой хмурной, потому что он никому не доверяет, и то, что у него отец работает в полиции. Но когда мне Олег рассказал, кто он такой по-настоящему, у меня просто кардинально перевернулся мир. Он сказал то, что это веселый органичный парнишка, который вообще любит влазить, ну там в драки. Ему по барабану вообще. Он любит там, грубо говоря, девочек ходить и дергать за косички. Ну он такой, он живой еще, живой до того момента, который произойдет ну, да, и в фильме такой и произойдет, да. да, и в Чумном Докторе. Вот. А так я я такой служу его. Да, правда? Серьезно? Блин, ну, ну кайф, слушай, ладно. Ну, может быть, ты знаешь, поскольку ты сейчас рассказал, что а, это же Олег был, да, да Олег. с Олегом ты работал, что он а, человек а, увлеченный, и, может быть, именно тебе он дал такое задание, чтобы возможно. открыть тебя. Пришел бы другой человек с другой психофизикой, да, он бы дал другое задание. Возможно. Режиссер же они хитрые. Они никогда не раскрывают нам главных секретов. Подожди, я ничего не пропустил? Ниже, ниже. Елена Лютик последняя, вроде была. Да, Елена Лютик. Елена Лютик, я что-то прям пропускаю. 800. Спасибо большое. Дорогой Александр. Да уж, не дешевый. <связывая> а, проведите мастер-класс, скажите всем любимую фразу Бэтмена: Столб света в ночном небе. Не просто призыв, это предупреждение для них. Страх, мощное оружие. Они думают, я скрываюсь в тени, но я. И есть тень. Страшно. Нет. Нет. Эта музычка ещё это музычка еще такая клевая из этой из Нирваны. <сих> Их, прямо, да. Фильм вы смотрели, кстати, да, Диси? От DC? Бэтмена, Бэтмена. Нет. последний? Да. А он вышел? Да. да. Ну, ну в впер... впер... Он даже в кинотеатре был, я даже в кино Серьезно? Да. Нет. Так я не обязательно... Я на каникулах 100% Я смотрю. люблю DC. Batman. Блин. Смотрел? Нет, Смотрел. а я не знал, <сих> том, что он вышел. Я не знал, что Вы уже назад блин. обсуждали, что его задние да. отменили. <laughs> да, блин. А так я и думал, то что ну отменили. Вы все, он существуете не вышел. в официальном поле. <смех> ну, <смех> ну, ничего, он есть, есть именно вот в дубляже, его и надо смотреть. Я не про себя в данном случае, а про качество сведения <смех> звука. <смех> Хорошо. Спасибо. Что это было? Это был какой-то донат. Причем донат с оповещением с прошлого стрима. У нас была жопа в том, что перестали приходить оповещения в какой-то момент на стриме. Нам было жутко неудобно. Но люди как бы присылают вопросы, деньги, да, и не видят, что что-то пришло. Ну, в общем, какой-то был глюк. Так что советую Бэтмена-то. Да, отлично. Илья Выселенюк, 100. Добрый вечер. По наводке Алии поискал после прошлого стрима информацию и узнал, что со 2 июля 2021 года можно получить второе высшее образование бесплатно, если оно в сфере искусства. В общем, если что, в дальнейшем буду разбираться в деталях. Да. Отлично. Да, Хорошо. Да, да. Ярослав Аринин, 100. Пацаны, вы большие молодцы. Спасибо. Отлично отыграли. Спасибо. У вас большое будущее. Вопрос, есть ли у вас личные ориентиры и фавориты среди российских или иностранных актеров? Вот, я как раз. Крутой вопрос. Я очень люблю милыша. Мне очень нравится этот актер. Не в плане там его речи, а в плане вообще, как он играет. То есть он, ну, я смотрел немногие его роли или роли. Подожди, честно, а в не балканском не знаю. рубеже не он играл? Я не знаю, честно. Я, вот это я именно не смотрел. Что еще раз? Бал сейчас, 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 балканский рубеж. Интересно, погоди. Там сейчас... что-то все сломалось. А, да, это ничего. А, ну. а Бикович... А... Да, 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 да. э Это он, он играл? играл? Да, 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 Блин, конечно. ты не смотрел «Балканский рубеж»? Я ты тоже не смотрел. Ты не смотрел «Балканский рубеж»? Нет, да ты что, вообще запишите себе. Сейчас я Это, Это хороший фильм, хороший. крутой фильм. Как, 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 как? «Балканский, Балканский рубеж. рубеж». Такой про войну, про конфликт вот, в, там вот, в Югославии. Угу. Блин. Кайфово, да? Это наши сняли. Это было вот тоже для меня открытие возможностей русского кино. Это снимала знакомая мне группа ребят. Вот. Ну, как бы так отдаленно. Я у них там писал ролики для Фокса, тогда еще существовавшего. Вот. И они сняли. Я просто офигел. И актерские Класс. работы, и, режисс... и режиссеры. Да, там есть какие-то кринжовые моменты, но как бы они, они, они должны тему. Быть. они Они в тему. Да, просто. Они все вот как-то вот... Да, посмотрите обязательно. Очень круто. Да-да-да. Так-так-так-так-так. Это... Да, это... Бикович, 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 Бикович. Да, да он мне очень Сегодня весь стрим тем более, насчет, тем более как Сегодня зовут Бикович. Бикович или Бикович. Бикович да. А у тебя? <laughs> а, так. Ну, у меня нет какого-то конкретного одного, у меня многие есть. Ну, пусть будет это даже Алексей Маклаков. <laughs> да ладно, а как неожиданно, <laughs> да. нифига себе, почему? <laughs> Блин, а, ну потому что, не знаю. Алексей Константинович, да, по-моему. Да, он как-то мог, не знаю. Юрий <сех> может еще я думаю. <сех> <сех> да, да, не да, но он может. Да, он может настолько сделать органичную сцену, потому что когда ты он. С ним с... работал? Да, я с ним работал уже не олигарха. <сех> <сех> да, и когда он пришел на площадку. Блин, он такой смешной, классный. Да? Реально, да. Он, он очень в жизни классный. Такой, да? да, он и в жизни такой. И реально вообще в сценарии, как вот он своего героя как-то раскладывает по полочкам, это тоже очень круто на самом деле. И он это всегда так делает, с каким-то таким ему свойственным юмором, и это реально смешно. И добавляет какие-то фишечки от себя, и это становится совсем смешно. Ну, это, блин, это прям очень классный актер, мне он прям реально вот... Я, честно, прям вот равняюсь на него. А кто еще из наших... Да много у нас классных Хорошие. есть, хороших не, актеров. У да. такое было, да, сравнение. То, что, ну, ну, не сравнение, Данила а такой, Козловский, такой... Елена Подкаминская, Павел ну, Прилучный. Данила Икову... и Козловский, мы товарищем Прилучным, у меня свои счеты. Да? Не знаю, но Вообще, мне очень понравилось, если брать Павла Прилучного... Пашу. мы с ним сыграли. Я сыграл его сына в сериале В Клетке 2. Прикольно. Ты хор... смотрел сериал? Нет? Нет? Но Позд... Ты посмотрел? Посмотрите очень крутой. Очень классная работа в первом сезоне. Вот именно там меня не было. Но она очень классная в плане это нуар. Наверное, все-таки Нуар. Это Калининград. А, это нуар, про... это Калининград. Там действительно нуарно, нуар, да, особенно как град. Калининград домашний, да. и туман там очень красивая операторская работа. Это прям вообще огромный респект. Кто там, по-моему, Сережа, да, снимал? И у нас был Сережа режиссер и Сережа снимал, оператор, да. да. Ну короче, Сережа, всем привет. Всем Сережам привет. Да. В общем, и это очень круто было. Это про Пашу, он там играет бойца которого, ну, в клетке, типа в клетке, в yeah, 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 yeah. бойцовской клетке. Yeah, yeah, yeah. И он, получается, дерется с разными, а я играю, вот его сына дерется с разными бойцами. И первая в клетке все-таки очень крутая. Прям вот всем советую посмотреть прям обалденный фильм. Вот по поводу Маклакова для меня он пример артиста, который с жуткими проблемами и дефектами речи. Да? не вызывает э, отвращения. Да. Ну, в, в плане, я, поскольку профдеформирован, да, любой там, ну, типа Данила Козловского, отличный артист, все круто очень играет органично и так далее, но что творится с его речью, 80% понять невозможно, что он говорит. Mm -hmm. Да, а вот Маклаков, он сумел, вот это вот свое превратить в фишку. И он очень круто этим пользуется. Вообще... Да, да, в солдатах вот это да. вот, да, тут же ведь пошло. И он это так круто, мастерски делает. Да. Блин, это вот, конечно, дорогого очень стоит. А... Советская школа. Шоу может почти... быть, может быть, не знаю. Может быть. Семен. Семен да. отправил стоп. Всем привет. Кай, тебе вопрос. Как ты учишься в школе на тройке или на четверке и пятерке? Я боялся этот вопрос. Так. Следующий вопрос. Следующий вопрос, Так. Повторите вопрос. Повторите вопрос. Нет, я помню вопрос. Ну, вообще, я до седьмого, до восьмого класса учился на четверке и на пятерке вот прям твердые Везет. а потом когда пришел майор гром трудное детство нет я ни в чем не обвиняю это потрясающий проект да. и потом еще жена лекарха. ну слава богу она снималась летом но первый сезон мы снимали по моему позапрошлом году да мы снимали в Евпатории как раз таки и тогда, да, у меня были значительные пробелы, и я прям спустился до троек, прям да. Ну ладно, хоть не до двоек. Нет, ну не до двоек, нет, конечно, но, блин, ну, ну, наверное, в три места и троек 4-5 я бы мог отхватить, да. Кстати, тема такая, потому что я и по себе тоже помню, как я на гастролях сидел с этими учебниками, учился, учился, потому что это, блин, важно. Да. Особенно вот у актеров, у спортсменов это такая тема очень животрепещущая, потому что ты, э, ну, рискуешь э, выпасть, и э, есть просто печальные примеры э, известных, очень мощных э, спортсменов, которые, ну, малограмотные, ну, Но да. потому что они с утра до ночи на тренировке и ничему не учатся. Как вы это вообще совмещаете-то? Да, со учебу съемками? со съемками. Ну вот С до творчества. грома, до, ага, до С трудного детства. Респ... Да <свят> до трудного детства на самом деле тяжело шла учеба, то есть я э, постоянно в ней опаздывал, постоянно ну, как-то не преуспевал в ней. Вот, и приходилось там приходить к учителям, там просить, дайте, я быстро там напишу что-нибудь. Ну, и, в общем, скатился по учебе. То есть я, в принципе, ну, Академия не я не задолженности были? А вот я, кстати, это что? Академическая задолженность это когда у тебя в первом триместре. А, например, 2-2-2. Да, три двойки. А у тебя не триместр? Ну или четвер четверть, четверти. это в принципе не важно, Да, вот триместр или четверть, если у тебя 2-2-2 за первую вот четверть или триместр, то тебе ставят Академ задолженность. Вот такая А. Типа, ты должен исправить. Да, ты ее должен исправить в течение второго или третьего триместра, а, прийти к учителю, там он тебе скажет уже, по его мнению, написать там контрольную работу, ответить на его вопросы, и он тебе ее закроет. У него решается все, короче, по-другому. Он приходит к учителю. Говорит, ну, короче, давай договоримся. Что там улицы шепчут? Что там улицы шепчут? Ну, и ты приходишь, ну, после вот грома как раз, у меня сейчас проектов нет, я перешел на домашнее обучение, такое очень заочное, вот, и теперь я вот сейчас именно прям Подтянулся. Сел за учебу. Ну, не сказать, что я потянулся. То есть я вообще не отличник. И раньше был хорошистом. Никогда не был отличником. И сейчас я такой, ну, когда как. То есть я не стараюсь учиться на двойке, но тройка для меня это хорошо. То есть не двойка, ну, это прям совсем. Тройка, ну, можно просить. Но четверка это идеально. Это вообще огонь. Да. Вот. И Сейчас я вот прям занимаюсь учебой, то есть. Сейчас третья четверть у меня заканчивается. Через там меньше, чем две недели даже осталось, у меня еще ничего, ни. ни по одному предмету я не аттестовал. Еще... Блин, ну соберись, чё? Ты, ты в чем-то напоминаешь меня? Я вот тоже раздолбайствовал и в последний момент, блин, все делал, но! Когда мне родители но... сказали, так короче. Берем тебя в ежовые рукавицы, сел и делай. Не, я... у меня в четверти были все пятерки. Правда? Да. Нет, я сейчас на самом деле нет, я тоже не расслаблен. То есть мне мама, она всегда следит за мной, за моей учебой, она всегда следила, следит и будет следить. Вот. И, ну, я стараюсь как-то не получать двоек. Ну, троек тоже там обходить стараюсь. Вот. Но четверку, когда я получаю. То есть у тебя практически идеально. всегда все идеально. Ну, не всегда. То есть, в основном, я стараюсь. Именно вот, допустим, если мне сдавать, я стараюсь получить именно определенные темы, mm -hmm. на которые нужно сдать. Потому что так не будет легче. А когда я вот во второй четверти пришел к преподавателю по алгебре, и он мне говорит, ну, она мне говорит, типа, ну, там все темы учи, я спрошу что-нибудь. И спрашивает вообще самые там тупые, легкие темы, но, типа, это сложно. Короче, Хорошо, надо совмещать. научиться совмещать. совмещать. Это просто да, необходимо. Да. Это надо вот прям себе э, как бы заложить в голову, что надо учиться вот это соединять, учиться, совмещать, да. потому что надо. можно забить на учебу, но тогда ты рискуешь потом выпасть из общества, mm -hmm. потому, потому что ты тебя не будут понимать и а ты не будешь понимать. Да, да, ты будешь отличным актером, но ты нафиг никому не нужен. Ну условно как человек. Это mm -hmm. важно, это важно. Нужно вот uh -huh. вот это соединять, полюбас. А, так. Даша, 100, спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо, спасибо. за то, что вы делаете. Спасибо. <свят> Люблю вас. Любит. Спасибо. Спасибо. Да. Благодаря фильмам По майору Грому я нашла очень много друзей. А с кем вы общаетесь после съемок Грома? Ну, именно из актерского состава mm. я общаюсь э, в основном в Инсте, с, там, с Сережей, может, иногда с э, Даней. С кем еще? Ну нет, типа вот я общаюсь именно с ребятами, которые, ну, с которыми я играл или Ну да, играл. То есть, ну, допустим, вот с а, Розановой я вот с ней ну, не общаюсь. Естественно. Почему естественно? Это мы вырежем. Нет, ну вот с ребятами, с которыми я хорошо общаюсь, я продолжаю общаться после съемок. Ну и вы, я так понимаю, Каем вдвоем, да общаетесь? Да. Я с Ириной Розановой общался еще до фильма. Ну, общался, ну, по фильму. В фильме мы с ней общались. Это, ну, скажи ей. Тоже, да, она мою бабушку там играла. Вот, а так, ну, не знаю, я вообще мне кажется, больше всех с Олегом общаюсь, потому что. С да. Mm -hmm. Потому что мы любим перекидываться песенками, всякими разными, классными, да. И он присылает свои Прикольно. песни. Я присылаю ему свои песни, да. И Сережа тоже попросил ему присылать иногда, да, песенки какие-нибудь прикольные. Ну, как-то так, да. Еще я взял с Олега пример. И да. И мне... Ты, на, я купил такой же шляпу. Не, 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 нет, просто ну меня еще давно интересовала игра на укулеле, да, и мне родители на Новый год подарили обалденную, классную, оригинальную, какую-то крутую укулеле. Да, и я такой, блин, все сейчас как Олег буду, короче, играть. Вот, реально, я столько песен выучил. Ну, наверное, большинство из них это группа кино. Ну, да, белый снег, серый лед, ты что? Да, 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 получается. Да, потом еще так, белый снег, серый лед, пачка сигарет, группа крови на рукаве, восьмиклассница даже выучил. А? Красно-желтые Красно-желтые дни. Нет, нет это После не После Красно-желтых дней. Нет, это нет, это ком... перемен. А, это нет, это не учил. Так, что еще я учил? Еще учил. А... а в Майоре Громе Громе»-то вот эта песня. Кто, а я дома? спросил, у Ясине еще учил. Чё? Сироткин. Сироткин? Ксония? Нет. нет, про какую песню? Ну, вот в майоре Громе как же песня Цоевская это кино. А, это? Да, блин. Ну, даже вот я выкладывал Ничего. сторис. сейчас поставлю. не, просто про сиротки. Очень клевая. А что про песня? Нет, там в конце фильма, когда идут титры уже последние, вторые титры, да. то он играет прям... Я в последнее время подсел на эту песню. Очень крутая такая, прям расслабляет. Сейчас, вот сторис. Как это громко было, фу-фу-фу. Но это не, это не у нас было. Это у нас. Да, 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 да. да. А, да может быть это, это в Майоре Громе было? Это в, год, Фу, в том было. фильме. Я думаю, в том, это в чумном было. А, нет, а да, да. Доктора, да, 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 точно. Да, это начало самое чумного доктора, да. Да, тоже советский угу. классный ремикс, но это перепевка. Да, там еще L1, да, по-моему, песню спел «Поезд в огне». Да, по-моему. В титрах идет тоже классная песня. Эльван, да. Эльван озвучил, uh, как его звать-то в этом в uh, Space Jam, космический Джем, где я Бакс Банни. А ты Бакс Банни? Я Бакс Банни. А что, да, хорошо? Mm. Обалдеть. ты не знал, да? <шев> Странно. Ну так вот, он озвучил этого uh, баскетболиста. Ä, а, этот, прикольно, да, 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 -да, 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 -да я понял. Блин, кайф. Нет, Space Jam мне, кстати, очень нравится. Прикольный удивление. такой, да. Да, я такой. после него так баскетбол захотел. Такой фан-сервис, конечно, жестокий. Леброн Джеймс. Леброн Джеймс, да. Скорпион отправил 166. Спасибо, спасибо, спасибо. Андрей Аурум. Это из фильма Пипец 2. Я был там мазофакером. Андрей Аурум отправил 200. Всем привет. Очень приятно, что Майор Гром превращается в настоящую киновселенную. Где актеры стали закреплены за определенными ролями. А то помню замену главного героя в чумном докторе, так как в короткометражке 2017 -го года Игорь да. другой. Да. да. Да, 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 другой. И был какой-то, кстати, по этому поводу такой неоднозначный хайп, я помню. Что типа, Блин, типа почему? что не оставили? Угу. Да, 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 вот это. Но. Сейчас на. Я короткометражку не смотрел. Да, но я тоже, кстати. Все, все как-то вот на месте. Угу. Да. Ну, да. Митликс uh, отправил 100. Вопрос ко всем. Новый сериал про Фандорина. Смотрите? Нет. Uh, я сходил на премьеру. Меня кинопоиск пригласил на премьеру Фандорина. Я туда сходил. Посмотрел первую серию. И что-то как-то... Не зацепило. Не-не-не-не-не. Ну не то, что... Нет, вообще история прикольная. Изначально прикольная, как там играет Максим. Сейчас его фамилия. Максим. Который в триггере сыграл. Ну, вообще не помню. Максим Матвеев, вот, Максим ага. Матвеев. По-моему, Матвеев, да. В общем, вообще прикольная очень да история сама. Ну, просто у меня потом школа началась, надо было долги закрывать. И что-то я как-то... Ну, Фандорин, Азазель. Ну и Фандорин, Азазель. Я не смотрю. Не смотрели, да? Софи отправила 100%. Спасибо. Ребятки, в фильме много забавных фраз есть, а после съемок что-нибудь запомнилось и используете ли вы их в жизни? А, ну ты говорил, вот сейчас была фраза какая-то, буквально недавно. Ну ты меня заводишь. Это что Хорошо. такое? Блин. <смех> <смех> Ребята, Хорошо. это какие-то донатные а, оповещения. У нас был донатный... <laughs> с... Не донатный, а этот самый стрим буквально два дня назад, посвященный 14 февраля. Вот, и у нас такие, в общем, Валентинистые, не детские, надо... не детские валентинистые оповещения, надо их остановить. Но, кстати, у меня есть вопрос по поводу э, окончания съемок и всего остального, да, вот там фразы, вот люди спрашивают. Mm -hmm. А вы что-нибудь со съемок домой забрали? В плане вещь? А, или... Я забрал, что что я такое. забрал две пачки коробки а -а жвачки Turbo. Да-да-да. Две пачки забрал по 10 съем. штук. да. Так, они настоящие были? Да. А где они их взяли? Не знаю. И с, со вкладышами? Да! О! Прям с тачками, да. Да, и нормальные, то есть да. не, не высохли Нет, ничего. нормальные хорошие осенненные. жвачки, да? Блин, это вообще ностальгия. даже играли в эти вкладыши. Так Ох. делали, да, чтобы пока как перевернется. Перевернется, да? конечно. Да, 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 я она да, выигрывал, да, да, да. помню, целую пачку. У меня там целая история была, я помню. А... Я сделал, короче, такой, такая книга, как, ну, как фотографии, знаешь, только там у меня были вкладыши, целый альбом был, турбо, Прикольно. там, типи-тип, еще какие-то. Турбо это же такие, ну, типа наклеечки с машинками. Это разные. вкладыши, просто бумажки, ну, с, бумажки с машинками. С машинками да, да, с машинками. Ты что, целый культ был. Не, я помню, я, ну... Типа, мне бабушка постоянно покупала турбо. Я не знаю, сколько они оригинальные были, но там, типа, жвачка, Блин, даже Или дрожжи, я не знаю, что это было. И наклейка с машинкой. У меня, короче, вот сейчас дома, типа раньше. Я же не думал, думал, ну ладно, там это дерется. И в общем, я наклеил эти все на наклейки у себя. Вот где у меня шкаф и стол вот такой. Здесь такая стенка, и здесь, вот прямо эти машинки. Самая и сейчас. Да. Означающий... да, и я их оставил, то есть я не стал их задирать. И, все, а. и да? сейчас я их пытаюсь содрать, и не получается. Ну, сейчас, ну, наверное, там чем-то. Это 90-е, брат. Турбо, да. Ой, меня потом украли, там, дрались за них. Прям доходило до мощных потасовок из-за вот вкладышей. Да. Да, на переменах все выходили, давай, 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 Ду -ду, Дональд, Турбо. Турбо были самые пафосные, самые дорогие считались. То есть один вкладыш Турбо, можно было ставить 10 вкладышей Дональда. Ну, то есть Дональд ты... Это... Ну, Дональд Дак. Да, Дональд Дак, Дональд, я помню, Дай, да. Дональд были жвачки. Вот. Такой, он... И... Эт, ну, там Аллочный разные, там, и, 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 такой, э, этот самый, э, э, этот самый э, Дональд, да. Да, он постоянно с деньгами... Это Скрудж был. Это Скрудж, это из этих самых, из Утиных Историй. А, все, да, я его путаю, Да-да-да. Он такой в морской... В морской, да, и такой, без козырки. Илья Василенёк, 250. Александру да? на сникерсы. <с Спасибо <с большое. Скоро. Парням респект за их работу в Громе и пламенный Спасибо. привет из фандома Бабл. Это, видимо, кто-то оттуда. Кайф. Так как сам э -э -э украинского происхождения, то иногда грешу шоканьем и гэканьем, но Володя это очень даже идет. Спасибо. спасибо. Михаил, тот самый Михаил отправил 5000. Михаил, а, спасибо большое. Спасибо. Это постоянный зритель, постоянный донатер моего вот, канала. Благодаря Михаилу да. Теперь выиграем. Вот я так как-то вырвался вперед. Да. Непорядок. Непорядок. Но вы поняли, если вы понимаете, о чем. Александр, я, наверное, не в тему, глянул ваш прошлый стрим с Ильей, вы там столько хорошего про меня сказали, сказали что мне безумно приятно и чутка неловко. Может, чату я надоел этими донатами, но вы правильно с Ильей сказали, Мишка искренне, и это видно. Да, Михаил, мы все, что мы сказали, это чистая правда. Спасибо большое за донаты, за поддержку Спасибо. и за подарки. Лера отправила 100. А, привет, ребята, вопрос к Каю и Володе. Как вам фандом Бабл? Какова была ваша реакция на такой, как по мне, теплый прием? Больш большую или важность для вас играет отдача аудитории? Ну, да, конечно, большую, да. очень... Но мы вот все боялись, да, перед выходом на стадионе. На самом как деле, да, потому что ну, мы думали, что не понравится вдруг что-то. вот. И после выхода, уже после вот первой премьеры, фандом очень мягко, очень приятно, очень мило нас как-то принял... Под крыло свое. Да-да-да, принял под крыло, вот. Я даже, ну, не знаю, стоит ли... Ну, ладно. Я в ВК, вот, ребят есть там, какая-то группа, фандом вот по Майор и я состою в очень многих группах, где они просто переписываются там, ну, узнают, как дела вообще, как день прошел И ты там, у тебя активность видишь какую-то, да? Именно в группах я иногда туда пишу, потому что объясню, просто за день очень много сообщений приходит, и как-то просмотреть всю разом, когда пришла новая СМС, так взглянуть нельзя. Ну потому что, ну, честно, не хватает на это времени. Поэтому вечерком так приходишь, смотришь, что там, пишешь, там, отвечаешь. Вот, Вот так. Да. А так, да, фандом у нас очень. Фандом очень, очень прикольный. Мягкий. А вы же на Баблконе были, да? Были. Да, ну, мы же там и встретились. Да, да. Я туплю. Вот. А он очень. Прикольный в том, что он расширяется, что Баббл это не только Гром, что это и Крутикс, да, в котором да. я тоже принимаю участие. И да. Это, ну да, я пишу Акулу Янгу. А это вот этот, который в куртке? В куртке. Верной? Да, 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 да. Вот, что это такое, такое очень мощное, мощное движение начинает приобретать. Мне очень понравилась организация вот этого кона. Потому что я был на разных конах, меня приглашали, там и аниме, и разные гиковские истории, вот там по Марвелу и так далее. На огромных конах я не был. Меня приглашали в Казахстан, но я, к сожалению, не смог туда полететь вот в этом, вот, в этом году, в прошлом. А Бабл, вот, он такой яркий, такой стильный, как будто бы все так круто организовано. Да. И такие спонсоры хорошие, и как бы прям очень клево. Мне очень понравилось. Да, это присоединяюсь. Реально, да, очень круто было. Ребятушки, спасибо вам огромное за такой классный, расслабленный и искренний стрим, за ваши... Блин, классно, что вы горите этой, этой идеей стать актером и так копаетесь в себе, изучаете. Это очень клево. Лень, она у всех есть. Но вот по своему горькому опыту скажу, что надо ее трансформировать. С ней бороться бесполезно. Очень нереально. Нужно на найти себе стимулы какие-то, да вот, благодаря которым э, нужно ее трансформировать. Вот. Ну и, конечно, не забывать про учебу, потому что это коварная штука, блин. И... Потому что ну, это же классно, когда ты суперзвезда и при этом еще образован, можешь поддержать любую беседу. Ну, это вообще да. огонь. Ну ты просто представь, как это, да? Что ты будешь номером один, а актер должен быть номером один. Должен стремиться всегда к этому, yeah. потому что ты должен быть лучшим, неважно там в кино или в театре, вот то, что к, тебе, к чему у тебя душа лежит. Когда я попал в озвучку, я... меня, меня же просто выгнали с Щукинского училища с первого курса за профнепригодность. Uh -huh. 98-99 год. Это... Ну, проф непригоден. Типа. Ну, до свидания, не, не ты куча. не будешь актером. А. Да. Ты, 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 ты что. До свидания. Причем я учился на бюджете. Тогда это, ну, очень больших денег стоило, как сейчас. ну, для моей семьи. Вот. И в этот момент произошло внутри меня слом. И вот тогда, видимо, я перестал лениться и вот это все познал, да, вот эту всю историю, что я должен быть лучшим или буду никем. Mm -hmm. вот. Я поступив в гик я был лучшим. Поступив, вот, начав заниматься дубляжом, я должен был стать лучшим. Mm -hmm. Ну, по-любому, да. И вот я желаю вам стать лучшими в этом деле. да. И даже если вдруг... Ну, потому что в индустрии кино такое бывает, что по какой-то причине про тебя забывают. Mm -hmm. Особенно... Mm -hmm. Да. Да, особенно это больно, когда ты ребенок и востребован, вырос... И не повторю. Ширли Темпл. Голливуд. Да? Трагедия у человека. Она была маленькой, ее снимали в целой серии главных ролей Метро Голденмайер. Я переписал очень много фильмов с ней. Ее забыли, и все. Это трагедия. Я хочу вам сказать, не отчаивайтесь. Это не трагедия. Потому что значит, значит ты хорош в чем-то еще. Можно пробовать что-то еще и добиваться успеха в чем-то еще. Ну вот. Не, ну, актерское это все такое внутреннее все такое м, импульсивное и э, психологическое что может очень сильно повлиять на тебя как на человека но mm. даже вот когда случаются вот такие надо просто идти к своей цели и тем более если вы уже засветились если вы вас признали способных людей значит все получится по-любому вот поэтому спасибо вам огромное Да, это спасибо, было очень спасибо. круто ну вот я что-то вспомнил тоже про себя и мне очень радостно, что вы советские фильмы смотрите и вообще любите русское кино и так в нем разбираетесь, круче, чем я. Это прям ну классно, правда? Да. Вот. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Было очень приятно. Надеюсь, вам тоже. Да, конечно. Да, класс. Ребятушки, какой-то есть? Нет. А? Интерактивчик под конец какой-то есть? Ты про что? Ну, не знаю, плакать может быть, разыграть там я не Сейчас, знаю, какие подожди, подожди, подожди. А, у нас есть еще донаты, сори. А, Лера, стоп. А, так. А... Да. А, тот самый Михаил, еще раз спасибо. спасибо. Влад... спасибо. Владимир, спасибо. удачи вам на вашем творческом пути. Спасибо. И еще раз тот самый Михаил. Кай, успехов вам в такой нелегкой стезе, как актерская профессия. Искренне надеюсь, что у вас все получится. Держим за вас, кулачки. Спасибо, Михаил, спасибо. мор да. Спасибо огромное зрителям, всем, которые смотрели. Вы самые крутые, самые лучшие. Я вас очень люблю. Вот. Мы вас <с тоже. Да, очень. Так, ты меня, Артем, сбил. Ты меня сбил в смысле тем что подписаться. А, по а у вас есть какие-то вот да. мощные сети да а... и я вконтакте есть вконтакте и есть, в инстаграме есть, да, есть да. в есть вк подписывайтесь на ребят да. вот. и вы там активность же ведете наверное да, отвечаете, конечно. еще что-то да. да 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 вот так что да. если вдруг что-то не успели задать какой-то вопросик пишите обязательно да я помурлыкал. Вот. Там да, в чате просто пишет. Ребят, по, -по, по поводу плакатов. Блин, простите засранца. Я не успел купить маркеры, и все сложно. Так бы, конечно, все. Мы исправимся и будем обязательно делать что-то с плакатами. Так, чат. Задача номер один: Быстренько скинули Саше на маркеры. Либо пришлите ему маркер в конце концов. А, пришлите мне маркер! Белый, черный и какой-нибудь красный не знаю. Зачем красный? Ну... Ты, типа кровью расписываешься? Да. Такой еще, знаешь, который пишешь, и он течет потом. Один добавить туда надо. Да, да, да. Ребята, меня Кай заблокировал в ВК. Вот так вот. Видимо, достали вы его. я заблокировал? заблокировал? У меня просто есть администратор. Да, Bad Girl, Саша с доставкой можем. Выезжаем с маркерами. Отлично, супер, спасибо. как пробиться, пишут. Там человек, кстати говоря, вот этот спрашивает... Куда пробиться? В дубль Человеку пишет 14 лет, горит всем этим делом. そして... Горит, ну, <сёст> что делать? Ходить на кастинге и гореть, <сёст> и гореть <сёст> дальше. Ну, кастингов в дубляже как таковых нету, они все между собойные и такие, знаешь, закрытые калуарные. Что делать? Тренироваться, работать, возможно, пойти, если 14 лет, в театральный институт, научиться актерской профессии и все, и фигачить, и пилить контент. Ну, можно YouTube-канал свой создать. И... А по-моему, есть у вас свой YouTube-канал. Продолжайте работать и биться, биться и биться. И да. биться. А, ну что, ребята. Всем спасибо большое. Всем да, спасибо большое. Поцелуйчики и так далее. Да, Хорошего да. вечера. До свидания. Пока-пока-пока-пока. Это было пока. громко, боже.